Это катастрофа, которая произошла совершенно недавно. Там была крупная война, там она первоначально изменила вообще угол наклона планеты. Если вы когда-нибудь копнете, где первоисточники, вы уткнетесь, то первоисточники начинаются как раз с середины 19 века. Очень сильно переписалась вся история. Однозначно, высокоразвитая цивилизация была, есть строение, которое даже сейчас мы не можем с такой филигранной точностью повторить. Мне просто надоело на самом деле болеть. Если честно, как-то паршиво, что мы, жители этой планеты, венец эволюции человечества, там грипп не можем победить, что за дичь вообще на самом деле творится. Я попробовал, мне стало легче. Я начал копать, почему же тогда, если на растительном типе питания мы себя чувствуем лучше, почему наши предки ели мясо? Я даже не сомневаюсь, что минимум 150 лет при более-менее нормальном обслуживании даже мы сейчас можем прожить. 99,99% болезней – это вот эти комбинации четырех классов паразитов, которые мы в себя приглашаем, создавая невкусную атмосферу для того, чтобы эти твари там нормально развивались. Привет, друзья, это «Тайны жизни». Меня зовут Артем Харитонов. И сегодня у нас в гостях исследователь альтернативной истории и возможностей человека Евгений Мищенко, который является также автором YouTube-канала «Джон Коннор». Приятного просмотра! Жень, привет! Привет, Тём. Ты исследователь человеческого здоровья, ты объездил больше 50 стран. Расскажи, вот основной целью посещения вот этих вот стран, что для тебя было? Слушай, ну, все началось банально с моей предыдущей работы, когда я выполнял заказы и перемещался по странам. Но, будучи очень любопытным человеком, еще где-то с 2005 года, когда я смотрел труды Склярова и изучал лабораторию альтернативных исследований, в голове возникла такая мысль, если будет вдруг возможность посетить интересные места, которые показывали наши ученые, ну, я про остров Пасхи, египетские пирамиды, всякие там Перу и прочее, обязательно это сделаю. И изначально в этих странах, когда я бывал, я просто брал небольшой свой отпуск за свой счет и срывался в те города, в те точки, в те места, где, о которых, собственно, рассказывал Скляров, чтобы убедиться, посмотреть, как же это все происходит. Это очень меня увлекало, завораживало. Я еще на тот момент не думал не становиться ни блогером, ни профессиональным исследователем, просто турист с камерой. Но, как говорится, все в будущем. Пространство все расставило на свои места, и так уж получилось, что как-то познакомившись с одним человеком, он уже достаточно серьезный блогер, но на тот момент он был на старте, я увидел у него очень интересные фильмы, рассказывающие о том, что как же так? Наши все старые города закопаны, причем на несколько метров под землю. Ну, наверняка видел, такие вот есть этажики небольшие, цокольные, мы их называем полуподвальные помещения, в Москве и в Питере уж точно. Оказывается, не только в Москве и в Питере, и во всем мире, но об этом чуть позже. Так вот, этот человек, автор канала, председатель СНТ, у него называется канал, он показывал фильмы о том, как в Москве раскопали институт политехнический музей, или институт политеха его называют. И чтобы укрепить фундамент, ребята начали, подогнали бульдозеры, всю спецтехнику и начали раскопки. Короче, они разрыли котлован 9 метров глубиной и не докопались до фундамента. Этот блогер аккуратненько пролез, все заснял и показал, что оказывается под вот этими этажами скрыты еще этажи, а потом еще этажи. Там фактически под дверью была еще одна дверь, которая даже сгнить не успела. И окна еще местами со стеклом заложенные, забитые, поломанные и так далее. Вот это очень сильно на меня произвело впечатление. Очень сильно. И одно дело, когда, знаешь, ты катаешься, там, например, в Египте на пирамиды смотришь. Ну да, это Египет, там, тысячи лет назад, там, понятное дело. Ну да, это майя. А тут это Москва, твой родной город. Зданию 150 лет по официальной истории. Там ничего такого не происходило, оно построено вот-вот. А оказывается, там есть 9 метров кирпичного строения, которое с такими же окнами, и стеклами, и дверьми, и прочее, прочее, прочее. И о чем это говорит? Это говорит о том, что мы ни хрена, извините меня, друзья, не знаем о своей истории. И та картина мира, которую нам предоставляет, она очень сильно изменена. Не везде, не всегда, не на 100%, но значительно сильно так, что фактически в зданиях 19 века мы можем обнаруживать более древние фундаменты и строения, которые относятся к совершенно вообще другой цивилизации, эпохе и так далее. Так, а вот конкретно в этом университете... Вот почему ты решил, что это не изначально инженерная задумка?
Слушай, я на самом деле вот первый год я просто смотрел, открыв рот, различных исследователей, блогеров, профессиональных исследователей, в том числе и бывших военных. Есть такой канал, Кунгуров называется, вот, собственно, это бывший военный, который тоже обозревает такие моменты. И просто воспринимал, какую информацию мне дают люди. Есть несколько основных моментов. Во-первых, почему это не изначально задумано? Потому что зданию 150 лет, и в проектировках у него нету таких подвалов. И даже, ну, в частности, если мы будем говорить про институт политеха, в интервью сам директор института, женщина такая симпатичная, оговорилась, что они на самом деле раскопали внизу котлован не с внешней стороны дома, а с внутренней. По-моему, чуть ли не 14 метров или 17 метров. То есть, если снаружи это 9 метров котлован, то вниз они ушли на 14-17 метров и не достигли фундамента. Собственно, сюда же как раз все легенды о подземной Москве, о там втором метро можно приплести и так далее. И, как оказалось, это не только в одном здании. То есть вот уже сейчас нынешних, скажем так, обстановки, покатавшись по городам России, по всему миру, очень много, как минимум все старинные города, там, от Нью-Йорка, ну, если его называть старинным, скажем так, древним, которым там больше 200 лет, это уж точно, до того же самого Каира, не только пирамид, но и Каира, имеют под собой такие этажи, которые прячутся под другими зданиями. Ну а если чуть-чуть, скажем так, более развернуто ответить и показать, почему так не может быть на самом деле, то есть очень простых три официальных объяснения. Первых, ну, наверняка вы все друзья видели вот эти подземные окна, о которых я говорю. Официальная история нам рассказывает, что такой момент может быть, потому что так строили. Ну, во-первых, так строить не могут. Почему? Чтобы построить такие окна, нужен фундамент, гидроизоляция. В таких зданиях она обычно отсутствует. Во-вторых, эти окна вызывают огромное количество неприятностей, так как зимой в них попадает вода, снег, слякоть, подвалы постоянно подтапливают, и в них жить невозможно. Ну и в-третьих, самое главное, когда спускаешься вниз в подвал, можно будет взять нарезки у меня из фильмов, там видны окна, заложенные изнутри кирпичом. Зачем строить окна под землей, когда они, ну, то есть они будут заложены, иначе земля будет фактически как бы проникать внутрь. Самое глубокое здание, которое я видел, это минус 4 этажа в Беларуси. Мы спускались, ну, по крайней мере, куда удалось безопасно это сделать. И там прям видно, как вот из этих окон просто все залито землей. Вот, то есть, если бы это было изначально подвальное решение, то там бы как минимум не строили окна, а небольшие световые приямочки. Такие тоже, кстати, встречаются. Второе объяснение, что это в культурный слой. Якобы наши предки еще вот там 200 лет назад, ну, в частности, про московское здание говорю, которые ходили вот в таких шикарных нарядах, таких шляпах, как нам показывают, ездили на экипажах и так далее, были свиньями полными. Они настолько замусорили свой город, что они его не убирали, и постоянно, как только у них появлялся очередной слой грязи, они решили ее утрамбовать, как бы, скажем так, разровнять на всю площадь и жить дальше. Ну, то есть это рисует нам картину. Представь себе, вот ты живешь в доме, тогда строительство намного дороже и сложнее, чем сейчас. Нет таких кранов, электричества фактически еще нет и так далее. И тут ты обнаруживаешь, что у тебя первый этаж засыпан грязью, дверь не открывается. Ты подходишь к жене и говоришь: дорогая, как же так? Ну, ты не переживай, там, новый построим, как бы. Что в этом страшного? Все так делают. И получается, раз сверху этаж образуется, раз сверху этаж, раз сверху. Я, конечно, утрирую и немножко так с сарказмом говорю, но реально картину нам такую рисуют. То есть абсолютно точно, что вот эти вот подземные этажи, они были построены не специально, да, ты считаешь? Есть процентов 50, как минимум, где это можно сказать, что специальное строительство. Потому что там видны световые приямки, то есть небольшие окна, полноценные, заложенные кирпичом, а маленькие такие окошки, где есть гидроизоляция, а где проложен фундамент, где глубина залегания не больше 3 метров. Это имеет место быть. Но в остальных домах, во многих зданиях, есть даже целый город Прага. У них есть легенда, что якобы жителям этого города очень надоело разливание местной реки, Прага или Порог они ее тогда называли. И они решили самостоятельно закопать весь старинный центр города, подняв уровень мостовой, ну, проезжих дорог на 6 метров. Так вот, звучит легенда красиво, ей, по-моему, то ли в 14 веке, то ли в 16 это произошло, не помню, можно погуглить. Но один из тоже альтернативных исследователей, блогеров, подсчитал, что для того, чтобы закопать вот такую площадь, им понадобилось бы около 40 тысяч ходок современных КАМАЗов грязи.
не говоря уж о том, чтобы это все уравнять, разровнять, утрамбовать и так далее. Так вот появился целый подземный уровень, который во времена Второй мировой войны в Чехии использовали бойцы сопротивления, сопротивляясь фашистским войскам. И так есть в каждом городе. Неаполь, Рим, фактически Рим вообще был откопан в 30-е годы Муссолини. Мало кто знает, но тот древний мир Рим, который мы наблюдаем, есть даже записи в интернете, их можно погуглить. Люче, кажется, называется итальянская компания, которая показывает, как ребята в шляпах, такие вот итальянцы небольшие, в белых рубахах, откапывают Колизей, все вот эти вот бастионы, пантеоны, все там замки святого там папы и так далее и тому подобное в 30-х годах 20 века. До этого там фактически пустошь была. Но я уж не буду говорить о том, что Италия, в принципе, образована в конце 19 века, об этом тоже мало кто знает, но до этого Италии не было. Вот, поэтому здесь, смотри, утверждать наверняка, что это все обман, точно не стоит, потому что, когда я впервые это все увидел, я, конечно, как и многие, наверняка, зрители моего канала и других каналов, сразу кидаются в омут с головой, и что все, вокруг нас вся одна ложь, и все дома закопаны. Нет, объездив полстраны, ну или практически всю страну и много городов мира, есть действительно то, что так строили, и то, что можно объяснить, но есть ряд очень странных зданий, очень странных городов, историй этих, легенд у этих, скажем так, поселений, которые совершенно вообще не вяжутся с официальной версией истории, имеют такие большие пробелы, на которых многие блогеры строят свои очень крутые фильмы. Угу. И вот твой канал, он, по сути, посвящен альтернативной истории, да? Если вот в двух словах, в чем смысл вот этого понятия альтернативная история? Я так даже немножко приоткрою завесу тайны. У меня канал, он начинался с альтернативной истории, но по факту альтернативная история для меня была как маленьким кирпичиком в моей основной деятельности. В тем, что, чем я занимаюсь большую часть своего времени, это исследование здоровья. Но будем лаконичны. Альтернативная история – это некая версия, не вписывающаяся в рамки официальных догмат, которая дает объяснение необъяснимым фактам. Ну, то есть, грубо говоря, как альтернативный взгляд на привычные нам вещи. То есть, с одной стороны, например, наши предки были свиньями и закатали свои дома в грязь самостоятельно. Вот, кстати, вспомнил третью версию происшествия вот этих вот самых погруженных домов. Дома проседают. Нам еще говорят, что есть такой момент, как усадка зданий. То есть, вот дом стоит, потом он раз, начинает аккуратненько, бац, проседать вниз. Любой строитель, а их на самом деле немало у нас в городах, может тебе сказать, да ты сам наверняка это увидишь, что дом не может просесть единомоментно по всем четырем своим сторонам. Он начинает рушиться, трескаться, у него стены расходятся, и он фактически рушится и падает. А тут мы видим целые прям кварталы, целые города, которые единомоментно уходят под землю. Поэтому есть официальная версия, это вот три теории, что случается, почему так происходит, и никто на это не обращает внимания, по большому счету. И есть альтернативная версия, которая может объяснить или хотя бы дать вариант объяснения людям, которые готовы посмелиться спросить, а что случилось, почему у нас весь мир по факту в закопанных зданиях, почему? Давайте хотя бы разберемся. Не обязательно это пришельцы. Да вовсе не факт, что это там Нибиру рухнуло и так далее. Но просто почему? Вот альтернативная история пытается разгадать эту загадку и дает какие-то ответы. Ну вот какие, например, из твоего взгляда, вот самые явные ответы, которых вот ты считаешь, что они верны? Скажем так, мой взгляд формируется, наверное, из опыта очень большого количества материала и работ других блогеров и исследователей. Поэтому я, скажем так, резюмирую. Потому что, к сожалению, но мы все-таки будем откровенно говорить, что есть исследователи, это ребята, которые с профессиональным багажом оборудования, учеными, там, большим бюджетом копаются, путешествуют, они могут докопаться до фундамента Исаакиевского собора и сделать нужные замеры прочности камня, там, углеводородный анализ, там, и так далее и тому подобное. А есть просто люди, которые, у которых есть возможность побывать в разных местах нашей планеты и посмотреть, действительно ли на другом конце мира то же самое творится. Например, в Новой Зеландии там тоже самое, такие же дома стоят. Так вот, совокупность выводов, которые я для себя оставляю, это катастрофа, которая произошла совершенно недавно. И если быть более точным, то, опять же, ссылаясь на труды Алексея Кунгурова, 1840-е, 1850-е годы — это последняя крупная катастрофа, которая очень сильно изменила происходящую у нас обстановку и политическую, и геополитическую, и историческую. И
что это за катастрофа может быть? Здесь несколько вариантов, версий и так далее. Это падение кометы, это какая-либо серьезная война, это взрыв большой, применение там, оружия, сравнимого с нашим современным там, ядерным или что-то в этом духе. Это падение спутника. Есть такие легенды, очень эзотерики их любят, как объяснение, что Леля, Фата, Месяц, наверняка слышал. Вот. Если это все объединить, то, грубо говоря, и взять какой-то интервал времени, ну, например, 1000 лет, то я рассматриваю так. Где-то 14-15 век была серьезная катастрофа. И остатки этой катастрофы видны очень сильно на Google картах. Вы можете их загуглить. Есть два очень серьезных артефакта, которые прям показываются каждому человеку. Это глаз Сахары. Не помню, как он по-научному называется, но это образование на северо-западе пустыни Сахары в Африке. Вот, соответственно, это большая воронка, якобы кратер от удара метеорита. Но метеорит, как летящее тело, никогда же не падает вниз вот так. Он идет по небольшой касательной. Если мы посмотрим на большинство воронок от метеоритов, то они имеют какой-то след за собой, ну, хотя бы какой-то шлейф. А здесь же, если ну, посмотреть на эту воронку и немножко пофантазировать, а желательно включить на соседней картинке еще скрин, как выглядит воронка после ядерного взрыва, очень похожее впечатление, что и там было, применялось оружие, ну, схожего типа действия. Хотя в разы больше вот этот вот глаз Сахары, там аж сам фундамент, там аж сама земля разъехалась, сами скалы образовались. Есть теория, которая объясняет даже со всеми вот этими вакуумными внутренними подсосами там и так далее, как это все произошло через именно взрыв. Хотя то официальная версия... То есть это как в итоге? Это какое-то оружие или комета? Предполагают, что это было оружие. Я не буду так громко заявлять, что это действительно оружие. Возможно, каким-то образом это фрагмент сбитой кометы или падающей кометы и так далее. Но это тот удар, который больше похож все-таки на оружие. А второй, он точно так же, его можно проследить на Google картах. А почему 14-15 век? Это как связано? Есть, опять же, здесь тоже немножко буду делать отсылку к другим блогерам. Есть исследователь Олег Павличенко, канал iSpeak, и Алексей Кунгуров, которые очень сильно прям занимаются тем, что изучают древние карты, писания, картины, все, что связано именно как раз больше с историческими данными. И очень много картин и очень много интересных моментов как раз происходит в 15 веке. Ну, в том числе можно взять и такие фрагменты, как, если мне не изменяет память, чума и различные бедствия, которые свалились на нашу планету. Есть огромное количество версий. Кто-то может откидывать эту катастрофу и 1000 лет назад, но она точно не произошла 6, там, 10, 20 тысяч, как, например, 200 тысяч, как могут говорить официалы. То есть это что-то, что было совершенно недавно. И есть на литографии в картины, как, грубо говоря, там вот солнце светит, и возле солнца что-то летит, какой-то объект падает в землю, потом на небе какая-то грязь или какая-то пыль, все это оседает и так далее. Соответственно, руководствуясь этими исследованиями, в основном бытует мнение, что это 15-14 век. Вот в этом диапазоне произошла первая большая катастрофа. Еще тоже, ну, просто чтобы уже картину мира обрисовать конкретно, второй фрагмент, который вы можете посмотреть, это, по-моему, пролив Дрейка, он называется, южноамериканский континент, вот самый-самый кончик, и состыковка с Антарктидой. Там есть такое образование, как будто бы вот этот фрагмент там действительно продавил метеорит, очень серьезно, аж вдавил землю вовнутрь, даже через Google карты отчетливо видно ровное цилиндрическое образование, то есть сам шар, который упал, и шлейф, который он за собой оставил. Конечно же, есть объяснение и официальное, что якобы это вода, там течение, конфликт течений, более теплое течение как-то пересекает какие-то там зоны и так далее и тому подобное, и образует вот такое вот ровное цилиндрическое образование с таким невероятным шлейфом. Но опять же, мы же говорим об альтернативной истории, и для тех, кто не верит в том, что течение может таким образом дно океана вообще образовать, что аж со спутников на карте видны вот такие ровные углы, есть версия, что вот тут как раз точно упала комета. Это не ровный взрыв, не прям воронка, а прям шлейф кометы. Короче, неважно, что это произошло. Это очень сильно, на мой взгляд, изменило вообще облик нашей планеты. Давайте даже вспомним Древний Рим, Древнюю Грецию, всех вот этих ребят, атлетов, качков, которые носили по факту даже более легкую одежду, чем мы сейчас с тобой одеты. Что они нам показывают? Мир был очень теплый. Даже одеваться не надо было, у них фактически не было зимы. Скажите итальянцу современному, что зимой надо ходить в тунике.
он в это не поверит. Но мы же умрем, на самом деле, в таких условиях, как мы сейчас существуем, человек по факту не сильно-то подготовлен к существованию. Также есть очень интересные, но полуспорные, скажем так, моменты, рассказывающие о том, что на территории России ананасы произрастали, якобы их экспортировали даже в более северные регионы Европы. Очень много интересных литографий, картин, показывающие невероятные оранжереи, где пальмы стоят в каких-то северных регионах. И даже самая легендарная карта, карта Зеленой Африки, если ее загуглить, вы обалдеете, где огромное количество городов, рек и зелени на территории Африки, где сейчас есть пустыня Сахара. И это карта 14-15 века. Опять же, что-то произошло, мир погрузился во тьму и мрак, все откинулось назад, у нас климат сильно изменился. Ну а про угол наклона Земли, наверняка ты уже слышал, что там пирамида Гиза очень сильно похожа на звездные, соответственно, образования, только с небольшим отклонением в 15 градусов. И вот очень многие исследователи, опять же, к этому опираются, что раньше у нас и Северный полюс находился в другом месте, и вот этот вот перекос на 15, ну там плюс-минус градусов, произошел относительно недавно, не 20-300 тысяч лет назад, а вот фактически вот, ну, как бы в более-менее в нашем тысячелетии. Самое интересное, что, как я сказал в начале, крайняя катастрофа, она произошла совершенно недавно. Здесь есть ряд интересных наблюдений. Есть официальное задокументированное происшествие, которое 1816-1818 год, если мне не изменяет память, называется «Год без лета». На самом деле это целых три года без лета, когда на большей части нашей планеты полностью отсутствовало лето, тепло, фактически не было солнца, в облаках, в небе была пыль, было холодно, падал снег. То есть, если мы, например, читаем вот этот факт исторический, как маленькую сводку в Википедии, думаем, ну да, странность. Они объясняют, кстати, что это было извержение вулкана, одного из вулканов на территории Индонезии. Мы тоже делали на эту тему много фильмов. Но с другой стороны, если человек, который уже вырос в нашем времени, почитает вот объяснение, описание этих времен, то он скажет, боже мой, да это же ядерная зима. То есть катастрофа после какой-то серьезной войны. Дальше. 1812 год. Очень интересная война. Очень вообще фантастически интересная война, даже в официальных кругах сейчас. Возникает огромное количество споров, а была ли она на самом деле, и была ли это война России с Францией, либо же они воевали на одной стороне с какой-то совершенно другой, третьей стороной. Ведь объяснение то, почему Наполеон не пошел на Питер, почему он не использовал речной как бы флот, а передвигался по суше с таким огромным войском, что ну, фактически безумие в наших климатических условиях из теплой Франции. Да и вообще последствия этой войны о том, как белокаменная Москва была дотла сожжена, ну то есть в нашем представлении, что такое войска 812 года, это элементарные пушки, из которых там на глаз куда-то можно что-то запустить, да, а по факту полностью дотла спаленный каменный город. Вот каменный, почему именно каменный, потому что сейчас даже в строениях старых зданий Москвы обнаруживают белокаменные фундаменты, которые сделаны из белого там гранита, мрамора, это большая, это очень тяжелая, сложная работа, ровная работа, это не кирпичные здания. Вот, и после самый важный аргумент, самый интересный, он, конечно, самый фантастический, и сразу, друзья, скажу, для тех, кто все-таки очень хорошо знаком с официальной историей и занимает какие-то посты и чины в официальных науках, воспринимайте это пока все из разряда, ну, допустим, чтобы не ставить сразу крест и говорить, да это байки, там, я не знаю, Джон Коннор грибов объелся и так далее. Просто послушайте, какие интересные доводы, как минимум. А воспринимать эту версию или нет, это уже как бы дело каждого. Так вот, опять же, есть очень интересный блогер Алексей Кунгуров. Алексей Кунгуров. Он бывший военный, у него есть доступ к более-менее профессиональному оборудованию. Так вот, они замерили полураспад элемента, название не помню, то ли цезий, там какой-то с порядковым номером и так далее, который может образоваться только в условиях ядерного взрыва. Так вот, этот элемент, точнее его, скажем так, уже полуразложившиеся фрагменты остались в почве на глубине, датируемой как раз примерно вот этим вот временем, 1850-40-х годах. То есть, если мы воспримем, что у нас датировка вообще очень хромает на протяжении всей истории, но косвенные доказательства показывают, что вот где-то в 19-м, начале 19-го, ближе к середине что-то происходило, то это можно как раз и относить к последней катастрофе. А почему она так глобально коснулась всей планеты? Да очень просто. Если это была война, и они что-то повредили, поломали, вряд ли это была война, вот та и самая изначальная глобальная с падением метеорита. Там была крупная война. Там она первоначально изменила вообще угол наклона планеты, если предположить, что она все-таки
была. И там погибло огромное количество и зелени, и населения, и животных, и вообще мир сильно изменился. Но последняя война как раз способствовала тому, что вся история, все мифы, все легенды, все труды всех ученых, если вы когда-нибудь копнете, где первоисточники, вы уткнетесь, то первоисточники начинаются как раз с середины 19 века. Ну, конечно же, будет написано, что этот первоисточник якобы был переписан с более древних рукописей, которые, к сожалению, не сохранились. Но все, что мы находим, все там повести там, и легенды временных лет, и всякие там ремезовские карты и прочее, прочее, это плюс-минус 19 век. Вот именно после вот этой катастрофы, когда баланс сил на планете изменился, и многие государства перестали существовать, а те, кто, скажем так, не правил, стал править, очень сильно переписалась вся история. Но опять же, друзья, это пока предположение, и в этом направлении работает очень много людей, чтобы попытаться докопаться. Насколько это получится, точно сложно сказать. А как вообще возможно, чтобы вот всю информацию можно уничтожить? То есть я же правильно понимаю, не все человечество по этой истории погибло от войны? Ну, насколько я могу себе представить, как это могло происходить? Во-первых, я думаю, что все-таки мы никогда не были такими технически развитыми, как сейчас. И того, что мы называем интернетом, ранее не существовало. Поэтому, если сейчас эту информацию очень тяжело уничтожить, ведь у каждого из нас в компьютере могут быть какие-то там доказательства и так далее и тому подобное, или мы можем передавать сведения мгновенно, быстро, это имеет место быть. То есть сейчас что-то вытереть из головы людей — это очень сложно. Но вот представим, например, следующий момент. Ты помнишь своих родственников, Тём, ну вот как глубоко, в каком колене? 4 поколения назад, 5 или что-то в этом духе? 3, да. 3. Да. Что они тебе рассказывали, помнишь, плюс-минус? Ну это вот наш 20 век, верно? Ну да, это совершенно точно 20 век, такой вот больше ко второй половине уже. Больше ко второй половине. В общем, смотри, идея заключается в том, есть, конечно, вроде в теории какие-то дома, которые хранят свои летописные книги своего рода и могут проследить своих родственников там до 10-го колена. Я с такими, к сожалению, вживую не встречался пока еще. Но в основном большая масса населения не помнит старше 4-5 поколений. То есть я максимум наткнулся на очень интересную бабушку, которая вспомнила про, как ее прабабушка рассказывала про жизнь ее прабабушки. И это примерно как раз 1880-е, 60-е годы, о том, что было очень холодно, голодно, с неба падала грязь, она говорила, и нечего было есть. Это вот прям показания очевидца, который совершенно не знает про то, чем я занимаюсь, и про альтернативную историю. Так вот, суть в чем? Если мы не помним, что было 100 лет назад достоверно в наших родах, представляешь, как легко мы забываем на самом деле прошлое. То есть даже вот сейчас, в современном нашем понимании, мы точно не можем сказать, что было там, я не знаю, в конце 19 века, на Первую мировую войну. Мы до сих пор о ней мало что знаем. Почему там этого императора нашего великого вроде все любили, а потом раз, и все исчезло. Поэтому, как все могло измениться так серьезно? Очень просто. Они изменили самую суть. Если предположить, что есть люди и структуры, опять же, я рассказываю это с точки зрения предположить, чтобы не ставить точные факты, то изменено было 20%, но ключевой информации. А остальные моменты, они остались действительно в нашей истории. Ну, например, как образование каких-то стран, в той же самой Википедии фрагмент вот этой войны, который назвали «Год без лета» и приписали извержение вулкана к этой войне. Они скрыли? Нет, они просто под другим углом показали одно и то же событие, и теперь это стало более-менее понятным, не вызывающим сложных вопросов. А все документы, опять же, их же не так много. Если мы копнем даже историю нашей родной страны, мы там, ну сколько, ну, не знаю, летописи там древних, 20, ну сотню, если мы даже наберем, это сотня, всего-навсего. Представь себе, сколько нужно монахов, чтобы подделать сотню летописей. Не так-то много. Пару-тройку лет работы, там, десятка монастырей, и, пожалуйста, у тебя по факту есть, ну, не такие уж и сложные документы. А из-за того, что все-таки передел истории был, ну, достаточно наспех сделан, очень коряво, то путешествие по разным странам, и мы видим очень серьезные несовпадения. Несостыковки в датах, в числах, в именах, в названиях стран, где-то есть Тартария, где-то есть Татария и так далее и тому подобное. То есть все сделано настолько криво-коряво, не сосредоточено, скажем так, не централизованно, что и отсюда и рождаются многие альтернативные исследователи, историки, которые пытаются в этом разобраться. А вот из твоих путешествий, вот ты был и в Латинской Америке, и в Европе, и на севере России, и на востоке. Какие философские течения или религиозные направления тебе наибольше всего откликнулись? Ну, наверное, все-таки
Ты знаешь, если честно, я прям так дотошно глубоко именно религиозные течения не изучал. Но поверхностно я имею представление там, об исламе, о христианстве, о буддизме, иудаизме и так далее. Конечно, мне нравится все-таки буддизм. Это настрой вот именно на такой, как бы на шанти, на позитив. Это вот легенда Махабхарата, если ее посмотреть. Но это действительно очень серьезное, как бы, скажем так, серьезное писание о том, какими качествами должен обладать человек и что такое стремление к самосовершенствованию, там, к духу, к истине и так далее. Но я не могу сказать, что я большой специалист в области религии. И, наверное, на этот вопрос развернутый ответ я тебе не могу дать. Для себя я сделал некое собирательное, скажем так, собирательный образ о том, что все мы, если вот, ну, вкратце пройтись, это маленькие частички одного большого целого, которое дошло до совершенства. Ну, грубо говоря, представь себе, что ты достиг такого уровня развития, что ты самый крутой бог на свете. Ты можешь все, всегда. Ты можешь единомоментно, например, хочешь континент построить, планету, любые деньги, любые женщины. Все, ты миры можешь создавать вселенной. Как быстро тебе станет скучно? Моментально. Ты уже все знаешь, у тебя все есть. Ты можешь все, что ты будешь делать. Забыть так вот, надо, да? Это существо, чтобы не погрузиться в череду сумасшествия, ну потому что когда ты уже нечего делать, это все. Оно разделяет себя периодически на триллиарды микро-микрочастиц. Собственно, мы называем его первоисточником, богом и так далее. По факту, все религии это тоже один лепесточек, скажем так, большого цветочка, который, наверное, можно назвать первоисточником или истиной. Оно разделяет себя на триллиарды маленьких частиц, и задача этих частиц поиграть в очень прикольную игру, которая называется «Жизнь». Ну а дальше уже отсюда многие люди рассказывают, как мы здесь оказываемся, чтобы пройти испытания или, там, например, научиться чему-то. По факту мы просто играем, чтобы нам не было скучно, потому что когда мы дойдем до первоисточника, мы все до него дойдем, как кусочки этого существа, мы опять точно так же себя распылим, разделимся и будем дальше познавать себя через самосовершенствование. Ну вот я так это воспринимаю, это тоже собирательный образ. Слушай, мы немножко так вскользь коснулись человеческих возможностей и развитых цивилизаций. Вот что ты по этому поводу думаешь? Были ли какие-то высокоразвитые цивилизации до нас? Слушай, классный вопрос. Вот это на самом деле то, с чего я первостепенно начинал увлекаться, потому что, будучи подростком, но все же мы верим в то, что на пирамидах прилетели пришельцы, вышли с бластерами и рассказали людям, как тут что тут устроено. В общем, однозначно я тебе могу сказать одно. Есть строения, которые даже сейчас мы не можем с такой филигранной точностью повторить. И эти строения — это не только египетские пирамиды, там знаменитые Мачу-Пикчу, перуанские вот этот вот полигональная кладка или пластилиновые технологии. Опять же, друзья, Скляров. Вот за что я очень люблю и уважаю, к сожалению, этого покойного человека. Но его команда сейчас продолжает тоже исследование, я с ними брал интервью. Они объездили все самые ключевые точки, чтобы найти то, что невероятно. Причем, отмечу, это я даю очень строгую отсылку к трудам не просто любителей, вот, например, как я вот с камерой, ну, есть возможность, есть какие-то знания, но по факту я любитель, а профессиональных исследователей, ученых со званиями, с кафедрами, строителей, физики, биологи, химики, которые взяли и поехали взглянуть на эти кирпичи не с точки зрения зашоренного историка, где вот есть легенда, и ты ее пересказываешь, ведь шаг влево, шаг вправо, он говорит, да ты что, такого не было, здесь были фараоны, у них были тысячи рабов, они их пинали, и смысл их жизни был, чтобы потаскать кирпичи. Да любой бы человек плюнул бы на это, сказал, да убейте меня, нахрен мне это надо, если честно. Так вот, суть в чем? Они доказали, причем я уверяю тебя, доказали на очень серьезном научном языке о том, что там используются технологии, которые, ну, если не превосходят наши сейчас нынешние, многие из них, хотя на самом деле стоп вру даже, друзья, превосходят многие, это вот пластилиновые технологии, полигональная кладка, но также ребята и находили в следах, следы в блоках египетских пирамид, не всех, правда, а только 9, следы зубчатой пиры, пилы, резцов, болгарки, по факту, вот то, что если просто сказать. А материал — это базальт, это черный гранит, имеющий очень серьезную, ну, по шкале Рихтера, если не ошибаюсь, степень твердости. Такой материал невозможно медными инструментами, даже никакими. Там алмазные наконечники мы сейчас используем, чтобы такой мрамор, гранит пытаться хоть как-то выпилить. А тогда 6, 8, 10 тысяч лет назад рабы фараона с этим справлялись. Поэтому однозначно высокоразвитая цивилизация была. Ее остатки мы находим. И они есть из самых ближайших моментов. Посмотрите на Исаакиевский собор. Я вот вам серьезно говорю, несмотря на то, что у нас история его строительства супер прозрачная,
прозрачная, но колонны, размер блоков, размер даже центральной колонны, которая у нас, соответственно, на площади Питера стоит. Если вы хотя бы просто попытаетесь включить здравый смысл о том, что нам, ну, к тому, что нам говорят историки, что якобы нашли цельный монолит, много Иванов очень умелых по дороге одни тащили Иваны, этот монолит из дремучих лесов. Мы, кстати, побывали в одном из фильмов, я показывал, в Колыване, на Колыванском заводе, где даже работник этого завода, который нам проводил экскурсию, сказал, говорит, я, знаете, когда вот у меня была первая моя хорошая зарплата, я прям сорвалась, поехала в Питер, чтобы посмотреть на Колыванскую вазу. Эта ваза самая прям гениальная произведение искусства сейчас. Я не понимаю, как они ее построили. Мы даже сейчас таких размеров не можем сделать вазу. У нас нет таких заказов. Это очень дорого будет стоить, хотя они используют станки ЧПУ. Пускай там не супер самые современные, там не нанотехнологии, как в Америке, возможно, есть там советского образца там, или конца, например, периода перестройки. Но даже профессионалы понимают, что то, что выставлено в Эрмитаже, то, как сделан Исаакиевский собор, оно на грани фантастики. А одни лишь атланты, которые держат, соответственно, небосвод у входа, чего стоит. Ну а дальше, друзья, там целый прям вот такой простор воображения, что это могло быть, кто это строили, там пришельцы с лазерными какими-то пилами, либо просто климат был другой и обладали навыками, возможностью расплавить камень, придать ему форму и дальше вернуть ему твердость. Что это такое? Но ребята из ЛАИ так и не дошли ответ, хотя они были, на мой взгляд, очень близки к этому, ведь профессиональные ученые. Ну а дальше сейчас альтернативное течение, скажем так, перенимает эту эстафету и продолжает развивать, копать, смотреть, есть ли в других городах такое и так далее и тому подобное. И вот моя маленькая цель, мечта – побывать хотя бы в каждом крупном городе нашей планеты, чтобы посмотреть вот такие артефакты, потому что когда ты видишь это все вживую, у тебя более реальные впечатления, чем по фотографии без интернета, особенно когда с правильного ракурса красивого создано, и когда уже после, например, таких фантастических роликов каждый зритель начинает кричать, что вот у меня в городе Иваново тоже все сделано атлантами. А приезжаешь туда, там обычная как бы кирпичная кладка с облицовкой и под гранит. Вот. Но я этим всем занимаюсь, на самом деле, немножко с другим умыслом. Это очень интересно, на самом деле. Это хобби твое, да? Это как бы... Сейчас, наверное, это моя вторая основная работа. Вот. Все-таки это уже переросло хобби, так как это уже более серьезные такие масштабы берет. И основное направление – это исследование возможностей организма человека. Верно, верно. И я так понимаю, ты считаешь, что климат, в котором мы сейчас живем, он для нашего организма подходит не очень? Вот сейчас все больше и больше начинает подходить. И, расскажу предысторию так, чтобы было понятно, на самом деле, с чего вдруг такое рвение. То есть, конечно, есть люди, которым просто интересно правдобороться, докопаться до истинной истории. Я думаю, что истинную историю мы никогда не узнаем. Она все-таки настолько глубоко уже переделана, и память поколений утеряна, даже, наверное, носители этой памяти утеряны, что максимум, что мы можем приблизиться к более-менее версии истории, которая закрывает все дыры. Вот которые, ученые подходят, они берут версию, теорию, которая минимум содержит дырок, то ту, собственно, и принимают за истину. Вот официальная теория, она содержит максимум дырок, поэтому она уже трещит по швам. Я уверен, что в ближайшие 5-10 лет историки будут вынуждены на это обратить внимание. Но у меня другая, скажем так, подоплека. Я изначально, в 30 лет, мне уже практически 40, я очень сильно заинтересовался возможностями организма, как ты говоришь. Ну, не с точки зрения, что я захотел там летать, смотреть через стены, да зачем? Мне просто надоело, на самом деле, болеть. Если честно, как-то паршиво, что мы, жители этой планеты, венец эволюции человечества, там, грипп не можем победить. Что за дичь вообще, на самом деле, творится? Ну, естественно, я был обычным там человеком, иногда курил, иногда там пил, в пределах разумного, ничего такого. Ел мясо, как и все. Но совершенно вообще в нелепых обстоятельствах, познакомившись с человеком, который вдруг рассказал мне, что не нужно мясо есть, что мы под него не заточены, и вообще как бы мясо это там падаль, это гниль, у нас тело гниет внутри мяса, что в продуктах питания содержится такое количество всего негативного. Ты как это воспринял? Я дико это воспринял, я в спортзал ходил, я нормальный мужик с первой группой крови, как это мясо-то не есть, ты что, а как же шашлык, а как же сила-то богатырская? Но! Девушке было 35 лет, выглядела она на 25 и весила килограмм 45, и она мне физически показала, что она обладает такой силой, как бы многие даже спортсмены, я думаю, я даже проверял этот опыт, не могут повторить то, что она сделала. Но не будем об этом. Фишка в чем? Она мне рассказала основы сыроедения, используя, опять же, те же самые сейчас уже известные труды Марвы Оганян, знаменитого достаточно медика, который долгое время провел в официальной медицине, лечил людей, потом понял, что медики по факту, к сожалению,
сожалению, там, чуть ли не эксперименты ставят на людях, и то, что они делают, не помогает людям. Это снимает лишь симптоматику, а первую причину никто не убирает. Я начал копать в этом направлении, то есть когда я понял, что в ее словах есть смысл, что, например, вот, ну, как лев, питон, они употребляют кролика. В природе есть все ответы. Это вот как вот камни, например, в Египте заговорили. Не кто-то из фараонов вышел, сказал, говорит, я вам сейчас, Скляров, все расскажу. А вот камни, просто вот есть следы пепелы, и ты ни с чем их не спутаешь, когда ты строитель и говоришь, парни, да вот же балкарка, посмотрите, это что это? Это мы уже 3000 лет назад, как они это сделали? И ты начинаешь уже в этом направлении копать. Так же и здесь. Природа нам подсказывает. Лев, питон употребляют кролика. Они даже косточками в туалет не ходят. Почему? Да у них кислотность совершенно другая. У них организм заточен в ферменты, там пепсин, трипсин. Это все расщепляет плоть, даже кости. Мы на них хищники, даже несмотря на свои вот эти вот клыки, которыми мы можем девушку в порыве страсти максимум покусать. Ну и морковку погрызть немножко. Вот. Мы по-другому устроены, как вид. Там по кишечнику, по кислотности нашего желудка. И, к сожалению, получается так, что в какой-то промежуток времени мы были вынуждены как вид питаться несвойственной пищей. А вот тут, дружище, самая интересная тема. Я когда на себе проверил все вот это, то, что она говорила, попробовал сначала сыроедение. Года два у меня был прям опыт чистого сыроедения, даже моноедение пробовал. Ну, немножко, конечно, пытка, но такая, знаешь, есть один фрукт в один день, так себе. Все-таки наслаждение должно быть в еде, это тоже хороший источник энергии. Но я понимаю, о чем говорят многие люди, кто вот очень глубоко копает в этом моменте. Потом я столкнулся с тем, что есть мир паразитов внутри нас, это тоже целая огромная тема, но я чуть позже о ней расскажу. Но есть большой пробел, то есть я реально себя начал ощущать классно на растительном типе питания. И если к 30 годам я относительно здоровый человек, у которого там не было никаких там строго медицинских проблем, питающийся нормальной пищей, я мог себе позволить в Москве закупаться хорошим мясом, а не там суперфастфудом питаться нелепым, у меня все равно были уже проблемы со здоровьем. То есть и вес чуть-чуть, там и печень, и какие-то там чуть-чуть операции. Ну, такое, знаешь, обычное. Вот как у каждого человека, он скажет, да это норма, это 30 лет. У тебя уже переходный период, смотри, там 35 и все уже. Уже мужик не мужик. Короче, меня эта картина мира не устраивала. Я попробовал, мне стало легче. Я начал копать, почему же тогда, если на растительном типе питания мы себя чувствуем лучше, почему наши предки ели мясо? Но официально говорят следующую версию, что якобы был период, там ледниковый период, и мы были дикими такими полуобезьянами, бегающими за мамонтами и прочее. Тут опять, знаешь, если включить логику и немножко посмотреть, представь себе нас с тобой, мы за тобой заморочились, ну, пускай мы будем более накачанные, потому что мы всегда активны и так далее, мы в шкурах. Погода хреновая, мягко говоря, холодно, там скалы. Нет, максимум, что огонь мы можем раздобыть. Нет, ни электричества. Инструменты мы там, палку взяли, хорошо, приспособили к ней кость, камень, наточили. Мы побежали за мамонтом. Сколько мы сил с тобой, дружище, потратим, чтобы этого мамонта замочить? Ты когда-нибудь читал, какая у него кожа вообще толщиной, что ему это копье вообще ничего? Да даже за кабаном несчастным, сколько мы будем тратить сил, являясь теми самыми первобытными приматами, чтобы поймать кабана. У нас сейчас нет капканов, нету сетей. Мы что-то там придумаем. Да мы сдохнем все вместе с нашим племенем. Проще залезть на дерево, стряхнуть что-нибудь или плоды пособирать. То есть это как бы КПД от твоих сил, затрат твоих сил, он равняется или меньше даже, чем ты получаешь энергии от продуктов питания. И вот тут как раз альтернативка меня очень сильно порадовала. Тем, что я в ней нашел ответ на самый важный вопрос. Как же так случилось, что мы вдруг все стали есть мясо? Теперь совмещаем две части. Альтернативную, которую мы начали, и здоровье, которым я занимаюсь. Если предположить, что хотя бы один из двух описанных мной катаклизмов был на самом деле, а тому есть масса доказательств, опять же, посмотрите, не пожалейте Google карты, как я вам рассказал, посмотрите каналы, на которые, ну, в том числе мой канал, где я показываю каналы других здравомыслящих людей, отмечу, что здравомыслящих, так как в этой в сфере, как и наверняка во многих других сферах, уже есть много фанатиков, которые лепят абсолютную чушь. И из-за этих фанатиков на серьезном уровне до сих пор альтернативную историю воспринимают как детский лепет, что, мол, там пришельцы, не беру, рептилоиды и прочее, прочее. Так вот, суть в чем. Если предположить, что была катастрофа, пускай это была ядерная война, падение метеорита, неважно, что это было, человечество, планета вошла в режим, когда даже 2-3 года не было лета. Что случилось? Растительность вымерла. Волна, которая образовалась в течение этой катастрофы, если это было падение метеорита, обогнула несколько раз, сушу и так далее, засыпала все города, например, глиной. Люди, конечно, выжили. Кто-то, например, выжил там в убежищах, в подвалах, в каких-то катакомбах. Кто-то, умудрился забраться в самые высокие там тибетские скалы. Но когда все более-менее устаканилось, по факту библейский потоп то же самое описывает. Что они ели? Растительности-то нету. Деревья-то самые первые умирают. Кто мог еще выжить? Такие же люди и животные.
Ну хорошо, людей есть не очень хорошо, хотя парижские катакомбы показывают 6 миллионов вываренных черепов под Парижем. Их сейчас закрыли, к сожалению, не успел туда попасть, чтобы увидеть. 6 миллионов! Да население, не знаю, страны, наверное, в тот момент столько не было, сколько под Парижем нашли вот этих черепов. Если эту информацию, конечно, не удалили из интернета, еще недавно были открыты вот путешествия в эти катакомбы, но аналогично я в Италии видел, все-таки посетил. Так вот, суть в чем? Допустим, люди были вынуждены есть людей, тогда были такие условия, то есть не было ничего. Потом они додумались, грубо говоря, ну нехорошо же есть там своих продуктов-то, питания нету, что же будем делать? Давайте отлавливать животных. Давайте не отлавливать животных, а отлавливать и воспитывать животных, выращивать их в условиях. Они ведь менее прихотливы к еде, то есть мы не можем есть траву. Из травы мы не получим столько микроэлементов, сколько даже если мы сожрем того же самого животного с высокомолекулярного белка. Опять же, мы не травоядные, мы плодоядные. Это очень важный момент. Так вот, люди начали в тех условиях употреблять животный белок, воспитывать животных, ну, как-то вскармливать их, заниматься фермерством, можно так сказать, даже животноводством. Употреблять даже жидкости животных, хотя, ну, вот по факту, вот у нас есть такая культура, что мы употребляем молоко и думаем, ну, это очень полезно. А почему, там, не сперму козла? Это же тоже, как бы, высокомолекулярный белок и куча микроэлементов. Вот у нас есть такие вот интересные моменты, разногласия. А для чего нам нужны были жидкости животных? Вот, например, в частности, сыр. Если ты отправляешь или вяленое мясо в долгое путешествие, то чтобы у тебя хоть что-то среди этой пустоши было с собой, ты берешь ферментированные вот это вот продукты питания, которые чуть-чуть дадут тебе, продлят тебе жизнь, но все-таки сделают свое похабное дело. И получается, что в тех условиях, чтобы выжить, это, кстати, об этом говорят все религии, и вот почему я говорю, что я знаю религии только поверхностно, потому что изучал только моменты катастроф в них, потопов, там всяких происшествий нехороших и так далее и тому подобное. Они говорят следующее, что, ну, якобы вот, то есть если вот так все утрировать об особе, что Бог вас создал по своему образу и подобию. Вы как бы супер прям совершенный, у вас самый идеальный организм. Ваше основное топливо – это плоды, это не растения. Вот очень многие думают, заблуждаются, что мы якобы травку там должны есть. Не-не, это фигня. У коровы четырехкамерный желудок, и те, кто в теме, прекрасно это знают. Мы с травой не можем так дружиться хорошо. Есть моменты там хлорофилл, не хлорофилл, но это совсем другое. Мы заточены под плоды, но мы настолько совершенно сделаны, что мы можем есть все, что угодно. Другой лишь вопрос. На этом типе питания, как долго мы проживем и как хорошо мы себя будем чувствовать. То есть, если даже человек попадет на необитаемый остров без растительности, он сможет есть там грязь с червями и все равно сможет какое-то время оставаться жив. Но другой лишь вопрос, что он будет сильно болеть, и его срок жизни значительно сократится. Что мы, собственно, и видим вот на протяжении истории, как нам показывали, что срок жизни у нас был 40 лет, у всех там выпадали волосы в Европе, парики почему носили, никакой культуры люди там совершенно в жизнь человеческую не чинили, чем питались. То есть сейчас то, что мы имеем в нашем мире, это реально супер большое благо по сравнению с, там, с 200-300 лет назад, когда там вообще все еще вот так только начинало зарождаться и так далее и тому подобное. И вот сейчас я очень рад, на самом деле, быть в этом времени. У нас наладилась связь между континентами. Доставить из Бали дуриан в Россию уже это возможно. Информация от древних буддийских монахов. Не нужно ехать в Тибет, чтобы сидеть в пещере 500 лет и так далее. Ты посмотрел, о, курс рейки записался, прошел, понял логику и так далее. То есть мы стали уже делиться информацией очень круто. И климат сам, тот, который на планете называют потеплением, он по чуть-чуть начал восстанавливаться. А вот как ты считаешь, сколько человек реально способен жить? Слушай, я даже не сомневаюсь, что минимум 150 лет при более-менее нормальном обслуживании даже мы сейчас можем прожить. Ну, то есть почему я говорю «даже мы»? Потому что мы изначально были воспитаны на родителях, которые уже были немножечко несовершенны в плане питания. А почему я так сильно привязываюсь к питанию, тоже поясню. Тут не сильно важно, на самом деле, на чьей-то стороне там красные, белые и так далее. Даже не сильно важно, любишь ли ты животных или нет. Если гепард, ну, ты ешь животных и так далее. Фишка в том, что если человек неправильно питается, употребляет животный, высокомолекулярный белок, который до конца не разбирается в нашем теле, он создает некую атмосферу, вкусную среду для развития четырех классов патогенных тварей. Поэтому могу даже диплом защитить. Гельминты, бактерии, грибок, плесень тот самый, и вирусы. И все наши проблемы, все наше старение, все наши болезни, 99,99% болезней, это вот эти комбинации четырех классов паразитов, которые мы в себя приглашаем, создавая невкусную атмосферу для того, чтобы эти твари там нормально развивались. Поэтому, смотри внимательно, логика очень проста. Наследственных болезней, ну, за исключением того, что ты там не родился с третьей рукой, без одного глаза, ну,
не повезло, братан. Видимо, там ДНК нарушилась, видимо, по карме кого-то мочил. Ну, фиг его знает. Но все, что касается каких-то заболеваний, это количество патогенных тварей мамы и папы носителя переданных плодов. Ну, конечно, сейчас, чтобы медики не ругались, там есть своя система защиты и так далее. Она условно работает хорошо. Но чем богаче внутренний мир отца и мамы, тем более сюрпризов много у ребенка получается. Это не страшно, это можно исправить, на самом деле, за 2-2,5 месяца. Вот, базируясь на своем опыте, то, что мы делаем, это через эту программу очищаем просто людские тела. И получается, смотри, в чем логика. Вот даже мы сейчас, имея тела, в которых уже проживало огромное количество разных там бактерий патогенных, грибов, гельминтов и так далее, если мы перестанем себя заправлять неправильным топливом, не то, что это зло, нет, мясо это не зло, ну, для хищников это тип жизни, но просто это для нас не то топливо, это как будто ты в свой Феррари заливаешь дизельное топливо, оно работает на 98-м бензине, ну кто же будет, но у тебя нету просто другого бензина, поэтому вот наши предки заливали хоть что-то, что у них было, они и кефир заливали в Феррари, если бы нашли эту Феррари, чтобы она хоть 5 километров проехала. Так вот, суть в чем, как только мы снижаем нагрузку с нашего организма, ведь он постоянно борется с внешним вторжением, с вот этим высокомолекулярным белком, который недоразобранный плавает в нашем теле, иммунитет его воспринимает как вторжение, постоянно напрягается, чтобы его доразобрать, уничтожить. Он его думает, что это по факту там какой-то грибок, грубо говоря, у нас залегает и так далее. Там огромная череда интересных, но не буду долго сейчас объяснять, там процессов, которые в общем вкратце ведут к тому, что многие блогеры называют закисление или окисление организма, где, собственно, любые грибные колонии размножаются. Как только мы меняем тип питания, то есть перестаем напрягать свое тело, второй этап, важный, очень важный этап, выгоняем тех ребят, которые уже в нас заселились, а наше тело – это не машина, хоть у меня канал и Джон Коннор называется, но это реально круче, чем роботы. Это целый живой организм, это прям огромная планета. И вот как мы, люди, живем на нашей планете, так же в нашем теле существует условно два типа существ. Полезные для нас, ну, наши там альвеолы, там, знаешь, всякие там клетки, эритроциты, фагоциты и прочие иммунные системы, которые на нас работают, они вот полезные, они как бы, это их задача, они ходят на работу, они рады, чтобы мы были живы. И условно патогенные, которые существуют в нас, так, знаешь, заподлицо, аккуратненько, чтобы не сильно быть замеченными, иногда проявляясь в виде какого-нибудь кандидоза, цистита, анемии, я не знаю, нехватки B12, еще каких-то проблем и так далее. Но их цель – это их колонии, развитие их организма. И по факту, на самом деле, они тоже не сильно большое зло. Они созданы нашим миром так, чтобы те, кто не готовы в нем посуществовать по законам или по конам этого мироздания, ну, то есть вести нормальный образ жизни, потихонечку разлагались. Ведь если бы не было этих паразитов, там, тех же самых там грибков, плесени и так далее, то каждый труп, он просто бы лежал бы, вонял бы и гнил, и ничего бы не распадалось. И вот смотри, логика очень проста. Почему я думаю, что я даже уверен, что мы можем жить минимум 150 лет? Во-первых, на канале Юрия Андреевича Фролова есть целый плейлист, посвящен долгожителям на Руси, где еще в 50-м году брали интервью муслим... Ох, наш это самый кавказский человек, не помню фамилию. Ну, вставишь текстом, такой будет идти вот здесь, там такая побежала строка. Дядька, здоровый... Дядька не похож на вот этого вот сморщенного японца, который чернослив, такой стоит, столетний долгожитель, тоже мне. Сидит на коне, его спрашивают, говорит, ну как вы? И говорит, ну вот, отметил свое 152-е там, или 6-е там, день рождения. И говорит, ну как вы себя чувствуете? Отлично, у меня там семья из 100 человек, там его внуки, правнуки уже. А чем вы занимаетесь? Вы, наверное, ничего не делаете? Нет, я вот в огороде там помогаю, там все там, стружусь тоже. А чем питаетесь? Мясом? Не, мясо почти не ем. В основном там свои, там то, что зелень, там абрикосы люблю и так далее. Представляешь, это наши 50-е годы были такие люди. Конечно, у них есть фактор, у них нагрузка стресса минимальная, та самая нагрузка электромагнитного излучения, ну, чуть больше продуктов все-таки своих, родных, фермерских, опять же, там, где повезло людям, кто жил в более-менее теплых условиях. Вот. А сейчас при наших-то знаниях, при наших технологиях и при том, что мы сейчас можем обмениваться информацией, ну и как бы здраво, трезво глядеть на вещи, если каждый из зрителей твоего канала задумается об этом, перестанет гадить свое тело, ну или по-другому скажу, чтобы никого не обижать, начнет заливать свою Феррари правильным бензином, ну и, естественно, почистит там форсунки, выведет всех паразитов, короче, всех неприятелей, то жизнь не только до 150 лет возможна, а возможна жизнь без болезней. Нет. Ни в коем случае, не абсолютное бессмертие. То есть не подумайте, друзья, что вы там станете пуленепробиваемым, а в плане того, что у вас не будет такого, что как старческий маразм, например, да, там, я не знаю, инсульты какие-то, ишемические проблемы, геморрои, гаймориты, это все
лишь следствие неправильного обслуживания тела, которое кричит: «Смотри, дружище, ты что-то не то со мной делаешь». Я начинаю ломаться изнутри, уже система самоочищения не срабатывает. И прикол-то жизни не в том, чтобы прожить супер долго, а в том, чтобы прожить эту жизнь в здоровом, нормальном теле, в активном. Не зря же раньше были старцы и мудрецы в возрасте. Сейчас нам рассказывают о том, что с возрастом у нас там и хрусталики там мутнеют, и человек тупеет, и каждому уже старческий маразм лепит. Почему? Да тело не так обслуживаем. А раньше люди вот даже по тем же причинам, к ним советоваться приходили, потому что человек устроен так, чтобы развиваться и совершенствоваться до самого края. И его край наступает, когда он такой, ну я как представляю, то есть такой вот сел, фух, ну что, внуки есть, дети есть, я в принципе все построил, я уже все понял в этом мире, мне вот теперь мне интересно посмотреть, что дальше. А не так, что у нас здесь ребята сидят, короче, под пивко, под сигу. Так, ну что, давай бургеров затопили, пойдем помедитируем и запишем пару-тройку роликов о высокодуховных практиках. Ну, куда вы, ребят, претесь-то в космос-то, не решив свои фундаментальные дела-то, вопросы? А потом пытаются энергией накачать свою печень, чтобы она регенерировала. И там, не знаю, через айваску от лишнего веса избавиться. Слушай, конечно... такой тип питания, про который ты говоришь, на Бали, я все понимаю, очень просто ему соблюдать. Как в мегаполисе, как в городе жить? О, да вообще элементарно просто. Практически вот я опять же говорю... За что я люблю свой опыт? За то, что он построен на практике, а не на теории. То есть у меня не прочитанные, скажем так, учебники, толпы за спиной, а путешествия, в которых я просто пробовал, экспериментировал. Из 50 городов России, которые я посетил за это лето, максимум в 2-3 я не нашел веганского кафе. Но во всех есть фермерские рынки, более-менее плюс-минус нормальные. Рынки спортпита, ну, в смысле, магазины спортпита, здоровья и так далее. Ну и, друзья, ну, даже если взять условно полезное питание, которое называется каши, вареные там и так далее, я же не говорю про сыроедение, что мы должны быть все сразу сыроедами и питаться тут только исключительно дурианами и балийскими манго. Конечно, это было бы очень круто, но мы все-таки понимаем, есть Сибирь. Но всегда есть фрукты, овощи, поставки. Есть уже сейчас через технологии, я не знаю, веганский протеин, орехи есть, водоросли есть, бобовые есть. Есть огромное количество продуктов. По факту нужно избавиться только от трех основных. Любые животные продукты. Бегали они, прыгали, плавали, не знаю, кукарекали, давай мяукали и так далее. Какие любые животные? Ну, все, что вот было животным. То есть вот есть высокомолекулярное. Мясо, яйца, молоко. Я изначально пока просто про животных. То есть все, что было зверем. Или рыбой, или птицей. Вот это. Второй момент. Жидкости животных. Я отделяю их в следующую группу, в том числе там и сливочное масло, и сыр, естественно, казеин, лактоза. Про каждый из этих ингредиентов можно отснять отдельный ролик. Ну, на самом деле, они есть у меня на канале, где я вот обычным кухонным языком объясняю достаточно сложные слова, там, в чем проблема лактозы, почему бывает лактозонепереносимость, чем опасен казеин человеческому телу, этот самый высокомолекулярный белок. И третий тип продуктов, от которого вот я реально рекомендую просто избавиться, это дрожжевой хлеб, дрожжевые продукты. Вот даже если вы не сильно заморачиваясь строгое веганство, там, сыроедение, избавитесь от животных, жидкости животных, икра в том числе, кстати, тоже, друзья, и дрожжевых продуктов, вы уже ослабите своих патогенов внутри, потому что вы их перестанете по факту кормить и создавать ту самую нагрузку в теле, которая позволяет вашему организму все хуже и хуже себя чувствовать, а вот здесь, трещать, кстати, по швам. Расскажи. Все остальное можно. Ну, наши пищевые пристрастия, чем они обусловлены? О, это очень крутой вопрос, Тём. Благодарю тебя за него. Очень многие думают, что не, типа, я хищник, я заточен под мясо. Когда я вижу мясо, у меня аж слюнка бежит. Потому что есть такой момент, ну вот как я базируюсь, например. Если у тебя чистый организм, а многие же люди говорят, я слушаю свое тело. Вот что такое я слушаю свое тело? Представь себе продукт, только не обработанный. Потому что если ты представляешь себе мороженое, ты не мороженое представляешь, ты не молоко. Ты там кучу сахара, сиропов, все это намешано. И на это у тебя реально по воспоминаниям мозга побежит слюна. Ты подумаешь, сладенькое, глюкоза нужна всегда, это энергия. Представьте себе любой сырой продукт. Вот мясо, кусок свинины сырой. У вас на это слюнки бегут. А если попробовать? Я когда эту логику услышал, я реально начал пробовать, потому что я думаю, как же так, я же мясо ел всю жизнь. Мы никогда не ели мясо по-настоящему. Если мы ели мясо, попробуйте сырую курицу, погрызите ее, да вас тошнит от этой фигни. Я реально так пробовал. На молоко тоже слюни не бегут. А если мы представим себе банан, апельсин, не знаю, любой плод, какой-нибудь, не знаю, киви там, а даже иногда на авокадо, то есть не такое сочное, не такое душистое, и реально же ощущается желание. Так вот, наш организм, но только чистый организм, очень четко показывает нам путем...
ну, скажем так, определенных процессов через там запах, обоняние, вот эти эфирные масла, мозг распределяет, о, в этом ингредиенте, продукте содержится такое количество полезных веществ, я его сейчас хочу, оно мне как раз нужно для строительства того-то, того-то, того-то. Ведь все, что нам нужно для строительства, это аминокислоты, минералы и витамины, как сопутствующие товары для того, чтобы из аминокислот сделать белок человека. Так вот, суть в чем? Но если, например, вот среди зрителей твоего канала, да и моего тоже, есть 100% такие люди, которые утверждают, что я прям точно мясоед, потому что у меня слюнки бегут на мясо. Как быть в этом случае? А тут нам подскажут, кстати, официальные даже исследования. Есть достаточно широкий спектр гельминтов, червей, реально животных. Там я вот фотографии видел, мне мои подопечные с моего курса присылали, когда после чистки вываливаются, что такое, когда вываливается ленточный червь. Ты не представляешь, это до 10 метров может доходить тварюга, ну такая она плоская, конечно, которая живет в кишечнике. Они цепляются такие, вот, скажем, присосками к нашему кишечнику, к стенке и так далее. И путем особых ферментов заставляют человека, там вся эта идет система по нервам, там через импульсы и так далее, испытывать голод и жажду и тягу к тем ингредиентам, которые нужны этим паразитам. То есть по факту есть даже на самом деле самое распространенное, скажем так, такое наблюдение, не помню, как эти люди называются, чудики, которые за насекомыми следят там постоянно, что было обнаружено, что там в стае муравьев встречается очень часто такой странный муравей, который отбивается от своей стайки, заползает на травинку и ждет под жарой, под солнцем, под палящим. Ждет, пока его сожрет птица, и все. Как бы очень странное поведение. Ну, не может же быть психоз у муравья, там, жена бросила, он ушел, решил самоубийство. Они вскрыли, короче, поймали эту птицу, не знаю, как они это все сделали. Оказывается, у муравья есть определенный паразит, который заставляет муравья себя так вести, ты представляешь, насколько он проник в его нервную систему, чтобы поселиться уже в тело более крупного носителя. Ну, кошачья двуускра точно так же себя ведет. На самом деле, очень там огромное количество паразитов так и передаются из организма в организм. И, например, через животных мы можем кого-то получить. От человека к человеку все венерические заболевания, половые инфекции. Это же точно так же распространение паразитов из одного организма в другой. Поэтому, друзья, если вы думаете, что вы сейчас очень сильно хотите кровавого мяса, я готов практически поспорить, что есть в кишках что-то очень кровососущее у вас. Пройдите антигельминтную чистку, и тогда вот вы реально узнаете, что такое ваш организм. Повтори, пожалуйста, как называется чистка? Я образно назвал это антигельминтная, но если есть желание, я могу рассказать то, каким образом, вот, испытав огромное количество чисток на себе и на своих близких, я вижу самый лучший вариант. Я так понимаю, ты создал свою программу, которая за 2,5 месяца полностью очищает организм и перестраивает его. Да, вот это как раз то, ну вот с чего я начинал, что это является основой моей сейчас деятельности. То есть по факту мне с 30 лет вдруг ни с того ни с сего очень стало интересно наше здоровье. Когда я начал получать в этом большие результаты, я все глубже и глубже и глубже стал копать. И путешествуя по миру, я не только общался, там снимал подвалы, там храмы, подземелья и так далее. Общался с медиками, общался там с шаманами, с ведунами, со всякими. И смотрел, что люди делают. Например, там монахи Шаолинь, почему они так классно выглядят, что они едят. У них у всех находилось одно достаточно общее. То есть тот, кто неплохо выглядит, ну, хорошо относительно и мало болеет, он не так много ест и в основном растительную пищу. Ну и периодически они делают различные там какие-то церемонии, посвящения, тройчатки, какие-то клавады, какие-то там пракшаламы и так далее. То есть различные чистки нашего кишечника. В итоге, собрав все вот этот вот багаж, который я только попробовал на себе, всех этих там пыток и не только пыток, ну есть полезные вещи. Я выделил только, ну я называю это бронебойные патроны. Только то, что сработает 100% вне зависимости от твоей веры. Вот неважно, веришь ты в это, не веришь, настроен ты, если ты просто тупо будешь следовать инструкции, ты получишь результат. Я исключил все пытки, там, где требуется, знаешь, ну, очень сильно прям как бы насиловать себя, там, через дух уже, вот как, знаешь, люди там сухой голод сидят по 10 дней, я преклоняюсь перед их силой воли и духа, но это реально опасно, ребята, если не вытравить предварительно своих паразитов, то те, кто живут в организме, могут просто сожрать органы человека, находясь на сухом голоде 10 дней, это очень опасный процесс, не каждое тело может это перенести достаточно легко. И самое главное, мы исключили все, скажем так, околомистические практики. Ну, то есть то, что требует очень много вливания энергии, сил, концентрации, и получает вот такусенький результат, который, ну, как бы повезло, и не повезло, ты не доработал. Сиди дальше дорабатывай. Ну, то есть, а где степень доработал, ты почувствуешь. Ну, вот, то есть мне всегда нравится, чтобы четко вешать в граммах. То есть ты пьешь, делаешь результат.
В итоге оказалось, смотри, если вкратце, я сделал программу, ну так, в чуть-чуть, она совмещает в себе огромное количество вот методик самых действующих. Там чуть-чуть есть, кстати, из эзотерики и религии тоже, в частности, работа с подсознанием, с психосоматикой, там, процедуру прощения и так далее. Но и работа с эфирным телом, это вот по меридианам, то, что китайцы упарываются, изучают биологически активные точки и так далее. Так вот, эта программа содержит в себе самые основные чистки, и построены они в такой последовательности, чтобы исключить какое-либо повреждение организма, помочь человеку пройти эту чистку легко и, самое главное, не принуждая человека каким-то специальным медикаментам, каким-то амбулаторным лечением, и отсутствие, скажем так, не отрубают его обычную городскую жизнь. То есть человек может проходить эти чистки, ходить на работу. У меня даже дальнобойщик был. Есть из Европы парень, который ездил на рейсы и сделал все эти методики и получал свои результаты. Слушай, а за вот эти когда, 20... извини, да. Чистка проходит, в первые дни может быть какой-то дискомфорт, да, потому что токсины начинают выводиться? Конечно, конечно. Но... вот на такой дистанции в 2,5 месяца сколько этот дискомфорт продолжается? Очень хороший вопрос. А ответ очень простой. Если простроить все крайне грамотно, как, опять же, соответственно, вот я учел в этом, и, например, дискомфорт наступает когда? Когда идут токсины. Чтобы токсины не циркулировали по нашей системе, что нужно? Нужно промыть кишечник, при помощи обратного осмоса или изотопного давления принудительно высосать лимфу и сорбентом пройти как грейдером по кишечнику, впитать всю вот эту слизь. Все выводится, и ты буквально за одну процедуру сразу, вах, на дзен, как воскрешаешься. То есть бывает такое, что, например, человек вот, например, сидит, если это делать самостоятельно, это реально не рекомендуется, ведь не зная всех методик и последовательности, можно накосячить и сидеть 10 дней, ждать, когда же это закончится, тебя мутит. Если все делать правильно, то ты, ну, максимум, вот ты почувствовал, что все, начинается, вот мне начинает слабость, начинает мутить, 3-4 часа, и ты опять в строю. Даже вот несмотря на то, что... в твоем продукте все это описано, все это лаконично, ускорено за 2,5 месяца. Да, А с какими, вот, конкретно результатами, с какими желаниями люди к тебе приходят, вот что можно сделать за 2,5 месяца? Это самый мой любимый вопрос. Давай самые вот интересные какие. Хорошо. Топ-3. Короче, у меня есть топ-3. Значит, за 2,5 месяца мы скидывали до 35 килограмм лишнего веса без изнурительных физических нагрузок. То есть человек не упарывался в спортзале, а реально просто, ну, как бы вымывался вот эта вот муть. Я причем поясню, друзья, я очень уважаю, и у меня отец был полный. 140 килограмм, и, к сожалению, когда я был маленький, он погиб. Если бы я сейчас знал то, что знаю, если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, я бы его починил бы за 2 месяца. Так вот, суть в чем? Лишний вес — это не количество запасов жира, энергии, там, не полные там, тучные кости, не хорошего человека должно быть много. Это грязная лимфа и грязный кишечник. И у организма есть очень интересная система самоочищения, я так его называю, там, природная естественная канализация, которая, грубо говоря, у тебя там произошла какая-то война, вот здесь победили там грибницу. И у тебя эта грибница не через кожу вываливается в виде проявления, она по лимфатической системе, по маленьким канальчикам сбрасывается в чистый кишечник, где нету налета, где все это смывается и выходит из тебя вовне. И ты даже этого не замечаешь. Так работает нормальное исправленное тело. Как только система начинает ломаться, то у нас в кишечник уже лимфа не может выбрасываться. Почему? Там каловые камни, там налет, там грибница, там вообще муть, что творится. Колоноскопия может тому быть прямым доказательством. Это официальный метод диагностики, скажем так, легкого очищения. И тогда вот набирается лишний вес. Отсюда как раз и базируется моя практика, даже не теория, что лишний вес, он скидывается не по килограмму в месяц, потому что ты себя насилуешь на дорожке. Какой тебе дорожка? У тебя там в теле муть творится, тело уже показывает, что, дружище, мне бы выжить, а ты меня еще сильно нагружаешь сверху. Это только на силе духа. А просто нужно помыть кишечник, разжижить лимфу и вывести все это, высосать из тела, и все это падает. Поэтому очень круто реально показывает программа себя с лишним весом. Второй момент, ну это прям моя гордость, прям честное слово, это очень здорово, люди реально радуются. Диабет второго типа. Я не буду говорить про первого типа, там чуть более долгая сказка, но второй тип диабета, который считается пожизненно пить таблетки, убирается за 3 недели. Ну, от 3 недель до 2 месяцев, чтобы быть абсолютно объективным. Тому тоже есть очень простое объяснение. На втором своем канале, который я сделал специально для здоровья, я даю такие маленькие ролики, которые называются, как это, простым языком, а сложным. Где вот я вот рассказываю, как вообще, что это есть на самом деле, чтобы вы понимали, не с точки зрения там липидного обмена, что такое липидный обмен, а что с точки зрения того вот банального кухонного языка, что у нас в теле творится. Ну и третий момент.
вот, наверное, как бы, видишь, тремя не обойтись. Ну, допустим, вываливаются всякие там, отваливаются всякие там папилломы, родинки могут отсыхать, кожные заболевания, ну, правда, серьезные такие, как псориаз, требуют большего внимания. И у нас есть два целых больших курса, и еще после курсов есть некие рекомендации, которые для сложных заболеваний можно применять, чтобы от них избавиться. Но проходят кожные заболевания, улучшается в целом самочувствие, то есть у тебя после очищения вот тот эффект, к которому пристрастились многие наркоманы, употребляющие, разгоняющие наркотики, или люди, любители там, кофе и так далее, когда ты хочешь быть бодрым, активным, четким, шустрым, соображать и так далее, по факту это наше состояние нормального здорового тела. И когда у тебя все процессы обмена нормально происходят, ты себя так чувствуешь, вот всегда тебе... Ты можешь выпить по эрчику немножко, так, чтобы с друзьями посидеть или ради важного ивента собраться, но ты себя чувствуешь собрано и на позитиве. Вот это вот состояние, той самой, скажем так, как, знаешь, как в молодости, когда вот у нас что-то было в детстве, вспомни себя, тебе все было интересно, ты не сказал бы, да ну нафиг, не хочу, устал, ты такой, да ладно, побежали туда, давай посмотрим, ух ты, а это что такое, давай залезем. Вот этот вот жизненная сила, вот этот интерес, оно как раз и появляется, потому что у нас в теле все механизмы, грубо говоря, работают правильно. Вот, ну, я не буду перечислять все подряд, там, гепатиты, гаймориты, подагры, геморрои, все это как раз, это вот туда. Самый интересный был случай, один из самых интересных случаев, у моего друга и коллеги-блогера, у сына аутизм. И ребята перепробовали вообще все, очень долго времени и так далее. И мы прошли эту программу. Я говорю, слушай, я не обещаю, она нецеленаправленна. Я боюсь, что могут быть там какие-то уже нарушения в работе мозга. Но давай проверим, а никто ли там не живет? Потому что вот у меня тоже, у моего хорошего друга и коллеги-блогера, была черная плесень головного мозга, аспергиллез, для тех, кто медик, чтобы не ругались, что за черная плесень. Ему все ставили диагнозы там жутчайшие, а мы за 6 месяцев, правда, это серьезная была работа, потому что все, что связано уже с головой, это более серьезная работа, ее выгнали. А если бы не выгнали, чем это чревато было? Это безумие. Это по факту дурдом и вот всякие такие отклонения умственные. То есть это не вселение каких-то там душ. Вы поймите, там просто грибница живет. Ну, у нее, конечно, тоже есть своя душа. Но если ты почистишь межклеточное пространство или то, в чем находится твой организм, ты можешь избавиться от многих болезней. И то же самое у малыша произошло 5 лет. Правда, я, друзья, это так чисто на свой страх и риск вам говорю об этом. Я его лично вел, ну, по просьбе. В программу я не допускаю маленьких. Там все-таки там другие дозировки и так далее. То есть только через консультацию. И... После прохождения курса, говорит, слушай, Жень, он у меня начал говорить, он мне записал видеоотзыв, как вот этот парнишка, который вообще, он начал там папа считать, писать, что-то там показывать на кубиках. Он говорит, конечно, он не стал Шекспиром сразу, но он начал проявлять то, что они не могли добиться долгие годы. И вот такие отзывы, конечно, они очень вдохновляют на то, чтобы дальше заниматься этим и разбираться среди вот мути информационной, которая у нас есть, в том, что же на самом деле тут происходит. Слушай, а я правильно понимаю, что в программу голодание не входит, да? Условно, частично. То есть мы не базируемся на том, чтобы сидеть абсолютно без еды. У нас есть такой этап, который называется жидкое питание или условный голод, когда ты отключаешь полностью твердую пищу и сидишь на отварчике из трав. Но это не просто там 3-4 травы, там 14 самых сильнейших, мощнейших трав с медом, лимоном, плюс система промываний прописывается на каждый день, чтобы те токсины, которые травы выгоняют, а помимо токсинов, ну, эффекта изгнания токсинов, они точно так же и питают человека, там и микроэлементы, и макроэлементы, и мед дает глюкозу, соответственно, фруктозу для энергии. Чтобы не было интоксикации, через промывание мы все это снимаем, и отсюда на таком режиме человек там, в принципе, от 5 до 14 дней, а некоторые особо, кому сильно понравилось, и до 21 дня сидят, даже не выгонишь их, достигают очень крутых результатов. Но это не голод, то есть вот прям полноценно, чтобы вот сказать человеку, вот ты сейчас ничего не ешь, не пьешь и сидишь просто так, такого в программе нету. То есть мы обязательно какие-то вещи современные применяем, чтобы ускорить процессы, и поэтому нам удалось запихнуть в 2,5 месяца то, что люди достигают годами. Годами сложных там приемов различных хитрых трав, которые были собраны африканцами в определенное затмение солнечного там фазы и так далее. Вот, короче, все это мы попытались просто ускорить, чтобы у людей не отнимать жизни, они могли жить, ну, как бы в режиме городского пользователя. Слушай, а как ты считаешь, давай про онкологию проговорим, можно ли через изменение рациона, режима питания воздействовать уже на какую-то там стадию? У нас несколько отзывов есть, где на ранних стадиях онкологии полностью пропадали вообще какие-то позывные к этим моментам. Даже люди официально сдавали анализы. То есть я не просто говорю со слов, что мне показалось, что я избавился от онкологии. Начальная стадия онкологии. Что такое онкология? Давай простыми словами о главном.
Когда еще во времена Второй мировой войны уже ученые выдвинули такую гипотезу, медики, да, что все болезни на самом деле это не болезни, это не то, чтобы там суперзлой соперник, это количество гадости в нашем теле. Когда оно доходит до какого-то критического уровня, и наша собственная система очищения либо загажена, либо не справляется, тело включает экстренный режим самоочищения через, например, там сопли, там слезы, я не знаю, кровь, прыщи, там пот, что угодно. Ну почему вот больные люди там и пахнут невкусно, это все тело очищается. Когда там есть несколько, скажем так, градации вот такого заполнения дрянью. И когда организм заполняется дрянью на пятой стадии, уже на самой финальной, и, ну, я вот это понимаю так, чтобы мне легче было вам передать, когда на 51% тело человека состоит уже из патогенных клеток, грибниц, паразитов, червей, вирусов, все, организм, он разумный, он говорит, все, братан, я тебя отключаю, ты сейчас эту гадость передашь Маше, Паше, Саше и так далее, ты уже здесь не можешь жить. Все, ты разрушаешься. Это онкология, это совокупность тварей, это не генная проблема, это не вирус, я не знаю, внедренный пришельцами, это просто комбинации грибов, бактерий. Если такие люди сдают биорезонансное тестирование, иммуноферментный анализ крови на тенопольном микроскопе, у них там целый богатый внутренний мир, как говорят нам люди. Ты читаешь такой, а вот понятно, этот здесь живет, вот этот поломал здесь поджелудочную, здесь печень и все. Как только ты этих ребят выселяешь, все, тело, если у него есть еще ресурсы, а мы стараемся в программе все-таки помимо чистящих элементов добавлять и питание, это там качественные всякие там добавки, которые помогают, и даже на стволовые клетки влияют положительно, чтобы снова регенерировал организм. Даем прям супер, прям нормальные такие экстра дозы полезных уже разобранных веществ, то тогда тело может реально восстановиться. И я, конечно, не буду говорить за финальные стадии онкологии, когда уже там третья, четвертая, у меня был такой опыт, опять же, это было чисто на эксклюзивных условиях. Нам удалось продлить жизнь человеку, но я, если тело уже практически разрушается, то тут уже, друзья, ну просто можно облегчить это состояние. Но на ранних стадиях я могу быть с уверенностью говорить, что да, забота о том, чтобы не усугубить свою болезнь, почистить свое тело. Ведь по факту мы не занимаемся медициной. По факту мы ничего не отрезаем, ничего не прикрепляем в тело. Мы помогаем вашему организму, друзья, исполнять естественные свои функции. А тело очень сильно хочет жить, ну, как и, собственно, дух на самом деле. Поэтому, если желание жизни есть, то есть дух, он привязан к телу, он думает, я еще хочу здесь пожить, побыть, поделать свои дела. И тело не поломано фатально строго так, что оно вот все уже прям гниет на глазах, то все, мы снимаем нагрузку, кормим иммунитет, удаляем, выгоняем паразитов, и тело само регенерирует. То есть, по факту, благодаря нашей программе люди сами себя восстанавливают. И это самый ключевой важный момент. Это не лечебная таблетка, которую ты выпил и забыл про все. Нет, ты как раз понимаешь причинно-следственные связи, и теперь в любой точке мира, при любой ситуации, ты знаешь, что сделать с собой, со своими родными и близкими и так далее. Неважно, в каком ты возрасте. Как поработать с иммунитетом так, чтобы в нашем мире, да, когда есть страх, есть куча вирусов вокруг, главный вирус, какие-то бактерии, возможно ли вообще защититься от этих вирусов? Хороший вопрос, иммунитет. Потому что это самое, очень много людей, а знаешь, они тоже так вот, ну, подходят еще, знаешь, какие вопросы задают, что а можно ли быть в абсолютной безопасности, а что же нам теперь нужно каждый день чиститься после того, как мы пообщались с другим человеком и так далее. Насколько я понимаю, изучая анатомию человека, ну вот все вот эти науки, в том числе там фунготерапию и так далее, нам реально дана от Бога очень крутая система. Кстати, есть достаточно интересные исследования, которые, ну, альтернативные, естественно, которые рассказывают, что иммунитет не совсем свойственная, скажем так, система для человека, вот эта иммунная система. Это якобы, опять же, это миф, возможно, но он интересно звучит, я вам просто о нем расскажу. Это якобы внедренная система в наш организм, которую кто-то якобы внедрил специально, когда изменились условия существования на Земле, ну, то есть раньше мы были якобы в раю, и там не нужен был иммунитет, там вообще все было на дзене, да, как бы не было никаких угроз и так далее. А когда мы перешли уже в существование более таких, скажем так, кто-то называет это низших миров, я называю это просто, ну, вот как бы Вселенная так меняется, у нас там есть день сварога, ночь сварога, Вселенная вращается, планеты в разных там режимах находятся и так далее. Так вот, с учем, то нам, грубо говоря, внедрили иммунитет. И иммунитет, когда ты начинаешь разбирать, что это такое, боже мой, это самая крутая армия в мире. Это неумолимые, неусталые бойцы, это универсальный солдат, это терминаторы. То есть они такие вещи делают, просто невероятно. Достаточно лишь быть, на самом деле, это доказательство моих слов, это все больные люди, кто дожил до 50 лет вот в таком размере, с гнилой печенью и так далее, и до сих пор продолжают жить, ходить и говорить, потому что это благодаря их родному иммунитету, он настолько сильный, что все еще вот эти вот уже полурассохшиеся тела помогает им дальше как-то
существовать как-то. Так вот, наша цель на самом деле, иммунитет как можно сохранить? Вот медики, они используют такой момент, они пытаются при помощи различных... Ой, не хочу тему вакцин поднимать, Тём, ты меня уж извини, но я вкратце скажу, при помощи различных, зауалированно, при помощи различных действий, они провоцируют иммунитет, они его пугают. То есть они, грубо говоря, вводят что-то, что создает стрессовую ситуацию, ему иммунитет мобилизируется, он там, не знаю, как Гитлер-Юргенд практически происходит внутри, то есть даже маленькие, неспелые, незрелые иммунные клетки встают на защиту Москвы, потому что все, отступать больше некуда. Это дикий стресс. Я до 30 лет когда-то отличился там, от своих всяких там проблем, я, конечно, такое перетерпел. Это ну, лотерея, то есть ты выдержишь или не выдержишь, и это как раз пытка людей. Что делаем мы? Мы по факту снимаем с иммунитета нагрузку через патогенную, отсутствие патогенной пищи, соответственно. Мы помогаем иммунитету избавиться от самого злого неприятеля. Это грибницы. Особенно девушки меня поймут, все, у кого хоть раз была в жизни кандида, кандидоз, вот это вот как раз грибок кандида, аспергиллиус, та самая черная плесень. Огромное количество грибков, вот все кожные поражения, это все грибницы по факту. И грибок нельзя вытравить травами, антибиотиком его не погасить. Он может чуть-чуть, скажем так, затихнуть. Почему вот говорят официалы, что кандида не уходит? А особо умники говорят, что кандида должна быть в крови, она регулирует количество сахара. То есть люди научились оправдывать такую тупость, извини меня, Тём. По факту кандиду легко можно выгнать. И знаешь чем? Другим грибом, только высшим грибом. В природе все идеально продумано. Есть низшие грибы, которые, знаешь, для чего сделаны? Для того, чтобы падаль, которая умерла, ну, тело погибло, оно разлагалось быстро. Растение не вечно вот было там эти палки, иначе мы бы все, прикинь, вот наш мир состоял бы из трупов и мертвых растений, деревьев. Грибок их поедает, это очень важная часть нашей экосистемы. А есть вышебазидиальные грибы, так называемые высшие грибы, если в простонародье. Лисички, трутовик, шитаки, рей, шимитаки. Друзья, не путайте, пожалуйста, с там, белым грибом, с галлюциногенными грибами, с мухомором. Это совершенно другая сказка, я сейчас не об этом. Я о целебных грибах. И онкологи, профессионалы, это знают. И, кстати, пенициллин, это тот же самый, на самом деле, был ингредиент, выделен при помощи науки фунготерапии. И многие ведущие онкологи используют фунготерапию для лечения самых безнадежных случаев. Так вот, мы берем эту фунготерапию, у меня в команде и фунгоспециалисты, соответственно, есть и так далее, и, базируясь на комбинациях различных фунгоингредиентов, выводим всех этих тварей из тела человека. Как только мы выводим нагрузку тварей, ну, сначала, естественно, червей, потому что иммунитет против них беззащитен, но ты представь себе, вот такое вот милипусенькое, а там животное такое злое, оно, он, это как с копьем против танка идти, вообще никакого варианта. То есть иммунитет никак не может подавить червей. А червей чем будешь? Грибы. Другими червями? Нет, хорошая шутка, да. Другими червями. Нет, все выводится грибами. Есть такой момент, я уверен, что зрители знают, гриб-лисичка. Все мы собирали, жарили, варили его, но только единственное, что при термической обработке то вещество, которое называется хиномоноза, это вещество волшебное, прям супер. Вот наша Вселенная — это самая продуманная штуковина в мире. Вещество, которое способно выгнать любого паразита, ну я имею в виду из гельминтов червей, и даже протыкает хитиновые оболочки яиц гельминтов, цист. То есть это прям самое ценное вещество, но оно содержится только в необработанном грибе. Так вот, при помощи комбинации этих грибов фунготерапия, она может покрыть все. От воспитания иммунитета до уничтожения патогенного микрофлоры бактериального мира, плесневых грибов и изгнания, соответственно, червей-паразитов. При помощи грибов выгоняем сначала паразитов, потом боремся со самым злым противником – грибком. И потом, если какие-то нюансы остались, можно дошлифовать, поднять иммунитет, подкормить. Так, дисбактериоз, значит, здесь нужно заселить правильную микрофлору, здесь уже не грибами, здесь уже другой методикой и так далее и тому подобное. Мы очищаем организм от патогенных тварей. И дальше следующий, третий этап. Мы просто кормим иммунитет. Ему точно так же, как и нам, нужны по факту там витамины, аминокислоты. То есть нету прям супер специальной таблетки строго для иммунитета. Если вы возьмете хорошо разобранный растительный белок, там разобранный уже до аминокислот в легко усваиваемом варианте, органические витамины, желательно с послойной степенью усваиваемости, чтобы не все разом расщепились, а по очереди, то иммунитет накормится и будет большой, сильный, здоровый, как бы все будет с ним в порядке. Его не нужно пугать, короче, я к чему хочу сказать, чтобы он был сильный. Его достаточно покормить. И вот этой вот как раз методикой не кнута, а пряника мы восстанавливаем иммунитет, иммунную систему человека. То есть я правильно понял, что вот есть интервал в 2 месяца, где сначала ты показываешь, как убрать всех плохих,
после этого желания пищевые уже у человека автоматически меняются. Меняются, да, 100%. После этого заселяем всех хороших. Да. И уже потом смотрим по ситуации, как от этого двигаться дальше. Давай так, чтобы не запутать ни тебя, ни зрителей, потому что я уверен, что все-таки интерес, он, ну, как бы у многих людей может возникнуть. Ну, вкратце... ссылочки мы оставим, там да, можно будет ссылочки оставим на более подробные. Но если вкратце, распишу. Всего есть 4 этапа, и они очень банальные. Смотри, первый этап. Мы чистим канализацию, потому что если у тебя канализация в доме забита, то ты мусор будешь долго выносить по ступенькам через лифт, а тебе проще выкинул в мусор и так далее. Это кишечник, это лимфа. То есть очень важно почистить кишечник и лимфу, чтобы лимфа сама начинала выводить изо всех внутренних органов, любых областей твоего тела, в том числе из глаза, из мозга, любые негативные вещества, тяжелые металлы, твари и так далее и тому подобное. Второй этап, то есть первый этап, мы только чистим эти два, вот скажем так, важных системы, эти две. Второй этап, мы восстанавливаем иммунитет, мы даем корм организму. Корм, наверное, не совсем красивое слово. Мы питаем организм правильной, легко усваиваемой пищей. Потому что уже на чистый кишечник, когда заселилась, предварительно заселилась хорошая макробиота, ну, это микрофлора, пищеварительные бактерии, тело голодное, оно хочет насытиться, ему нужны там все, весь набор таблицы Менделеева, ему нужны микроэлементы, аминокислоты и так далее. И первое, на что это идет, это на корм идет и на иммунитет, и на восстановление поврежденных тканей. Третий этап, самый важный, то есть что мы сделали? Мы почистили дорогу, мы вооружили армию защитников, дали им новые там калашников, автоматы, танки, и так далее, базуки. Третий этап. Мы наносим ядерный, точечный удар по базе неприятеля. Мы закидываем высшие грибы, то есть в нужных пропорциях. Ну, естественно, это все просчитывается по анкете человека в зависимости от возраста, веса, роста. Комбинацию фунгопрепаратов, которые, естественно, одобрены, имеют все медицинские штампы и используются по всему миру. Там Япония у нас закупают эти грибы, хотя они славятся этим фунготерапией и так далее. Чтобы грибы уже на чистый кишечник с сильным иммунитетом смогли вторгнуться в гетто-районы твоего тела и вывести из самых потайных, вообще ты даже не знал, что там что-то происходит, почему люди говорят, слушай, мне вот здесь пульсировало, здесь покраснело, а через 2 дня все прошло, что это? Я говорю, ну отлично, значит, организм уже достаточно был чист, дошел до этого сектора твоего тела и начал оттуда уже что-то выводить. Таким образом, вводятся твари из тела, уже на чистый кишечник, если пропустить первый этап и на грязный кишечник это делать, та самая фигня в виде интоксикации, плохого самочувствия, дотерпел, чуть не сдох, больше никогда не буду. Вот мы такого не делаем. Вот. И четвертый, финальный этап, мы окончательно восстанавливаем микрофлору кишечника, заселяем, ну, через пробиотики, обычно это вот бифидо и лактобактерии различные, потому что микрофлора, она первоначально с нашего аппендикс-органа перезаселяется, но мы ускоряем этот процесс, чтобы не сидеть там месяцами на соках, как рекомендуют разные натуропаты и различные веды. Мы за 10 дней это все делаем. И дальше человек оказывается в условиях, когда у него все работает, все органы чистые, ему достаточно просто нормально питаться, у него вкусовые пристрастия совершенно другие. Женщина одна писала, которая так любила молоко, говорит, я смотреть на него не могу. Но из нее, правда, в процессе чистки там прям червяки посыпались. То есть у нее прям реально была фатальная ситуация такая жестокая. Но 95% людей не возвращаются обратно ко всеедению, я так скажу. Они остаются на этом типе питания, потому что они уже понимают, что до и после это очень разные состояния. Скажи, пожалуйста, вот, к примеру, иммунитет подняли, все здорово. Насколько... страх и вот ментальное давление влияет на состояние биологического тела? Слушай, есть такая теория, гипотеза, и я даже сказал, она, наверное, все-таки имеет практическое применение, что, скажем так, наше настроение, страх, стресс в том числе, да, это очень сильно сажает иммунитет. Как это работает условно? То есть не то, чтобы, например, ты стрессанул, и у тебя благодаря стрессу, там, не знаю, появились там паразиты или иммунитет умер. Нет. Стресс порождает череду, скажем так, вспышек гормональной системы, которая вырабатывает гормоны адреналин, норадреналин и так далее. Поэтому как только человек стрессует, если он не знает, как из стресса грамотно выйти, ну вот любят психологи проводить пример, там сидишь ты в офисе, на тебя наорали, а ты мужик, в обычной среде ты пошел бы обидчика, бах, или там что-то такое, не знаю, побежал бы, там вспотел бы, а так ты сидишь, протерпел, и все, у тебя гормоны просто в теле сработали, они не знают, что делать. И вот эти свободные, скажем так, плавающие гормоны в твоем организме, они и несут нагрузку, скажем так, для сбоя всех остальных систем. То есть не то, чтобы гасится иммунитет сам по себе, но за счет смены гормонального фона, когда ты в страхе, ты испытываешь вот все медитации, это вся, это напрямую, скажем так, попытка контролировать свою автоматическую эндокринную систему, чтобы при помощи концентрации внимания повлиять на выработку тех или иных гормонов. Ну, например, состояние нирваны, все, у тебя там эндорфины фигачат, ты такой...
ребят, у меня все хорошо. А состояние там, повышенной активности ты при помощи дыхательных практик накачал, там, естественно, идет кислородные определенные процессы, вот, аэробные, анаэробные, ты накачал в себе адреналин. И вот при помощи этих гормонов ты можешь менять свое внутреннее состояние тела. Поэтому напрямую страх и стресс на иммунитет никак, вот именно так, чтобы, например, он умер, когда ты стрессанул, не воздействует. Но через эндокринную систему, через наши гормоны, это реально имеет место быть. Поэтому мы не можем не стрессовать и не бояться на протяжении нашей жизни всегда. Это невозможно. На самом деле это системы самозащиты. Ну, то есть страх — это что такое? Ты видишь поезд проезжающий, ты не будешь бежать перед ним, ты подумаешь, блин, что-то как-то. То есть это попытка защитить твое тело. Но очень важно научиться выходить из состояния стресса и, стресса, если вдруг с тобой это произошло. Вот тогда это очень хорошо будет поддерживать твое здоровье. Друзья, спасибо вам за ваше внимание. Благодаря вам наш канал растет и развивается. И для вас мы решили создать еще несколько новых каналов, на которых отдельно будем обсуждать темы денег, здоровья, отношения, биохакинга и много чего еще. Кстати, на нашем англоязычном канале уже вышло первое интервью. Все ссылки будут находиться в описании под этим видео. И чем скорее вы перейдете и подпишетесь, тем быстрее мы поймем, какой формат контента вам интересен. Спасибо вам за ваше внимание. Как ты считаешь, на что вот в максимальной комплектации со всеми открытыми возможностями способно человеческое тело? Ну, если верить религиям, опять же, которые я изучал поверхностно только, как я считаю, ты, давай так немножко поясни. Ты гравитацию способна преодолеть? Гравитацию, всякие такие вещи. Слушай, значит, я лично не видел человека, который умеет левитировать. И не встречал человека, который бы силой мысли, ну вот есть видеоролики такие, да, передвигают предметы, телекинез, кажется, это называют. Что такое ясновидение? Это очень достаточно банальный процесс, на самом деле, это как бы моделирование с той или иной степенью вероятности, особенно если ты опытный и очень хорошо умеешь представлять, ты можешь это в себе развить. Из сверхспособностей, если их можно так назвать, я видел, при помощи дыхательных упражнений можно войти в некий режим суперсилы. Якобы наши древние там, воины-казаки умели это собираться, когда они оставались в меньшинстве, входить в такой режим и могли победить там, войско, превышающее их многократно. Это в такой режим, ну, наверняка видел такие ролики в интернете, когда там маленькая худенькая девочка сидит и берет большую ложку, такой узел, раз завязала. Не силой мысли, конечно же, руками, но силой мысли, но руками, но как бы совершенно ни качок, ни атлет. Вот такие вещи я видел, и я понимаю, как они работают, что в принципе, ну, как бы тело, оно настолько прям круто сделано, вот даже вот такие моменты из истории хроник войны, когда человек при помощи силы воли, там, получив фатальное ранение, фактически кишки придерживая руками, добежал до своих километров, чтобы сообщить, что там противники, засада и так далее, а потом, как только сказал, то упал и умер. Или, например, женщина мобилизовала свой организм, чтобы спасти человека, откинула автомобиль, вытащила ребенка. Как она могла это сделать? Это не изученная тема, она возможна, но я думаю, что мы, знаешь, как бы напрямую еще рано нам туда шагать, потому что человек, который преследует корыстные мотивы, например, самоутвердиться при помощи сверхспособностей, ограбить банк при помощи суперсилы, получив или научившись делать такие вещи, чем он займется? Неужели он как бы будет духовно там просветляться? Наверное, он начнет как бы планомерно больше самок, больше денег, больше уважения и так далее. Поэтому я думаю, что мы к этому придем. И даже на самом деле вот сейчас есть очень много интересных практиков, в том числе Дмитрий Лапшинов, которые вот что-то интересное накопали в этих направлениях и продолжают копать. Единственное, что очень жаль, что люди, кто занимаются такими практиками, они все до сих пор еще, скажем так, не объединили свои усилия. То есть есть, например, школа Рейки, есть школа космоэнергетов, и у тех есть свои определенные бонусы, определенные сильные стороны, но никто до сих пор не в терминологии даже не договорился, как и что этим называть. Поэтому одни тянут на одну сторону, другие на другую, но мы живем в очень интересном мире. Я думаю, что в ближайшие там несколько десятилетий мы что-то очень интересное в себе откроем. Либо через помощью техники, хотя я не сторонник, чтобы что-то в тело внедрять, мне кажется, что мы сами по себе совершенны, и нам достаточно вспомнить, как мы это можем делать, и просто себя содержать так. Либо через помощь, ну, с помощью, соответственно, вот таких вот духовных практик. Но я не могу тебе сказать, что я верю, что мы можем левитировать, сквозь стены проходить. Я такого не видел. Я вот человек практики, и вот что я увидел сам, то я могу рассказать, что я считаю логически обоснованным. А так, есть вроде мифы о Тибете, я пока еще там не был. Есть мифы, что и под Антарктидой целый город есть. Ну, посмотрим когда-нибудь. Вот, кстати, про Атлантиду. Атлантиду? Атлантиду, да.
Как ты относишься к истории про Атлантиду? Слушай, тут... Это про сверхспособности, то, что мы разговаривали. Тут такая тема. Я точно тебе могу сказать, 100% были другие цивилизации, другие, ну, континенты по-другому назывались, там, и континент Му, там, и вот наша Евразия, и Гиперборея, там, и так далее. Но про Атлантиду, а такой оно, знаешь, как бы уже избитый миф. Я даже больше склонен полагать, или склоняюсь в сторону того, что это был очередной вброс, скажем так, с целью того, чтобы отвлечь внимание людей. Хотя, безусловно, есть там трактаты Аристотеля, там Плутарха, Пифагора или кто бы то ни был из греческих философов, да. Вот. Я не сильно могу тебе вот дать много информации. Но это про тоже были не греческие философы, да, получается? Потому что истории 250 лет всего. Вот это самый интересный вопрос. То есть, по факту, я даже сейчас в своем рассказе опираюсь на официальную историю, потому что у нас должна быть какая-то хронологическая ветка с периодичностью, например, там, Древний Рим, там, такая цивилизация, чтобы просто было понятно, чтобы мы друг друга понимали. Но если тебе интересно, я могу тебе накидать пару интересных, вот таких, пару фантастичных просто моментов, которые ты можешь сам проверить. Значит, смотри, погугли, когда была сформирована Греция. Погугли, что такое слово «грек» и как оно связано со словом «жрец». Грек – жрец. Даже дам подсказку. Институт русского языка – ясно. Ребята, которые попытались как минимум откопать какие-то древние предания в виде сказок, былин, традиций нашего народа. И очень интересные вещи рассказывают. Но самое интересное, вот даже, знаешь, первым делом загугли. Почему американцы... 4 июля, если мне не изменяет память, июля или июня, боже мой, День независимости. Помнишь, фильм был? 4 июня, кажется, наверное, все-таки. Так вот, почему американцы на свой самый главный праздник в стране поют песню «Боже, царя храни» на русском языке? Ты знал об этом? Вся Америка, никто не знал об этом. Это же нонсенс. Как может Америка, которая, в принципе, всегда негативно относилась к Российской империи. Мотив похожий? Нет, они поют это с русским языком. У меня в ролике это есть. Ты можешь загуглить это. Вот, смотри, «Боже, царя храни», гимн 4 июля, день независимости. Или почему американцы поют. У них мелодия, это якобы мелодия Чайковского, а на заднем плане хор поет «Боже, царя храни». Американцы огромной толпой смотрят все это. Кто-то наверняка задается вопросом, а что это за странный язык? Ему, наверное, отвечают, это какой-то поляк сочинил. Понятно. О том, что у меня дядя в Штатах, о том, что в Штатах звучит русский гимн, ни один американец не знает. Гимн Российской империи. О чем это может говорить? То есть как страна может петь гимн, в принципе, побежденной ею страны, да еще и с древнего-древнего прошлого? Я уж не буду говорить, что вот этот миф о том, что Аляску там мы отдали, в Калифорнию первые там русские приехали, там есть русские города, русские поселения. Мир был един, и он был совершенно другой. То есть мы по факту можем крест поставить и на Римской империи, и на Греческой империи, и так далее. Но мы не можем убрать артефакты и сведения. Есть статуи, есть колонны, есть персонажи. Но кто это был на самом деле? Здесь, дружище, у меня есть тысячи фантастических гипотез, но что это в реальности, я не могу сказать. Но ты говоришь только вот эти вот 250 лет, ты говоришь просто про трактование истории. То есть мир существовал и 500 лет назад, да? Да, но конечно. Вот трактование этой истории, как бы вся эта последовательность, да, была, по твоему мнению, создана 200-250 лет Давай назад. Давай, знаешь как, я даже, чтобы было понятней, попробую немножко подытожить. Есть общее представление о том, что был, про континенты наверняка слышал, от которого разъехались, соответственно, все континенты там появились. Наверняка видел такую картинку, как вот из общей шара разъезжаются там континенты, вода появляется и так далее. Была единая цивилизация, грубо говоря, один народ, причем на большей части нашего мира. У них был один язык. В Вавилонской башне, кстати, вот эти мифы, легенды, предания примерно оттуда же. Была одна государственность, один политический строй, одна религия была. И есть очень большое количество косвенных доказательств того, что мы русские или славяне, потому что по факту даже слово славяне, и вот это все, это тоже 200-250 лет. Если ты посмотришь всякие там славяно-арийские веды или просто веды забьешь, где первоисточники этих вед, ты очень сильно упрешься. В исследовании, по крайней мере. Так вот, суть в чем? Есть мнение, что это якобы была некая працивилизация, которая существовала, достигла определенного уровня развития, очень похожа на аналогию с Римской империей, ведь у них там тоже был этап развития, становления, она фактически заняла полконтинента. Потом произошел какой-то катаклизм, а если ты обращал внимание, или был когда-нибудь в Италии, у них очень много всяких там фонтанов, рюшечек, таких водопадиков со статуями, которые изображают ужас потопа.
прям реальный ужас потопа. То есть люди там залезли на скалу, прячутся, картины, потоп, низвержение каких-то гроз, там корабли там тонут, дома, города в воде. Венеция — это не город на сваях, это, кстати, тоже загугли. Когда отступили воды, а вот те самые первые закопанные этажи, которые я тебе рассказывал про Москву и Питер, они обнаруживались и в Венеции, только там они под уровнем воды. И вот Венеция не построена на сваях, как нам говорили 20-30 лет назад. Это реально тот же самый закопанный город. Так вот, все вот эти истории, по факту, они сохранились в нашем реальном мире. Но их разбили, грубо говоря, одну часть единого мира, вот его исторический период развития, отнесли, обрезали кусок, скажем так, и отдали это Римской империи. Вот тут были у нас полудикие там племена какие-то, не знаю, там варяги, не варяги, там сваряги, вятичи. А вот Римская империя вот здесь только была. А потом дали эпоху Греческой империи, древнего, потом, я не знаю, там Иерусалим. Ну, в общем, они раскидали это все по фрагментам в истории в разные времена и разным странам, и разным народностям отдали. Так что, когда ты читаешь, вроде как все сходится, да, ну, то есть, ну, это не может быть едино. Но если это все попытаться собрать в единый учебник или единый складный рассказ, то это может оказаться вполне, я опять же очень осторожничаю с выражениями, чтобы не быть утвердительным, да, понимаешь, что все-таки хочется быть объективным человеком, а не фантазером, то это по факту может оказаться, что это был единый народ, который очень сильно разделили, и был единый про язык. И вот есть такие моменты, вот, например, русский язык, почему он ближе всего к этому про языку, потому что он образный, понимаешь, да, благо дарю. Спаси Бог тебя. Ты говоришь, да не за что меня спасать, типа, что ты, себя сам спасай. А благодарю, дружище, я тебя благодарю, благо тебе дарю. Вот у других языков thank you, это не thank, ну что это? Thank, think это тонуть, есть такое слово. То есть фишка в чем? У нас образный язык. И вот в нашем языке как бы сокрыт сакральный смысл, может быть, даже и части нашей истории. Поэтому тут на эту тему, и вот прям если хочешь, если интересно, на канале зайдет, ты можешь мне по темам накидать, что тебя интересует. Я могу просто, опять же, более детально подготовиться и уже с описанием. Пусть зрители наши в комментариях напишут, если что-то конкретно интересует. Да, может потому быть, что снимем еще несколько выпусков. Часы интересных моментов. Я сам в этом копаюсь, иногда как бы вот так за голову берусь, думаю, ух, мама дорогая, главное с ума бы не сойти. Но с другой стороны, как бы не все так и фантастично. То есть, если подытожить, история сильно изменена. Но изменена она настолько аккуратно, сильно, что это 20% перемен ключевых фигур, дат и действий. А сами события остались, просто они разнесены во времени и в цивилизациях. То есть это событие не могло происходить с русскими, потому что оно описано в Древней Греции. Никаким образом. А на самом деле греки это были, и Греция — это место жрецов. Там, где воспитывались и обучались жрецы. Что такое жрецы? Ученые по-нашему. То есть не то, что там кто знал, как правильно молиться, а кто обладал информацией о мироздании нашем. Так, ну давай самый важный тогда вопрос. Так. Зачем все это надо? Вот кому надо было переписывать историю после этой... Очень хороший вопрос, но я боюсь, что тут очень... Ну, по твоему мнению, как ты видишь? Ну, у меня есть мнение, оно на самом деле тоже как бы обобщенное мнение других людей, потому что я тоже думаю, ну а как бы зачем все это надо? И, может быть, оно немножко приземленно звучит, но, как я тоже думаю, все-таки я реально так склонен полагать, те, кто... Условно, весь мир можно было поделить на два берега, на две стороны. Правая сторона и левая. Ну, как бы отсюда там, типа, правильно, правда, да? Ну, и как бы ходить налево, такие моменты. Так вот, левая сторона — это не то, чтобы там ущербная сторона, но это сторона, куда отправляли заключенных, провинившихся, каких-то таких людей на перевоспитание там и так далее. И когда произошла катастрофа, вот, опять же, причины этой катастрофы там внешние, внутренние, может быть, это был какой-то бунт, то так получилось, что больше фрагментов левой стороны выжило, чем правой. И они просто сделали переворот. Никогда не обращал внимания, ну вот мы же с тобой живем в современном мире, почему мы только одной рукой все делаем? Мы правши. Ну, можно сказать, для удобства, да, чтобы не запутаться, да. А мозг почему у нас так работает? Нам рассказывают, что у нас там есть левое женское полушарие, там правое мужское или наоборот, не суть важно. У нас должно быть все симметрично. И нас разделили как бы чуть-чуть. То есть все поменялось местами. Из единого центрального мира, который условно был правдой там, или правильный, та страна, которая была ущербна, заняла свой верх. И вот этой стране, чтобы как бы нормально на документах, на бумагах, не просто кто-то же когда-нибудь задаст вопросы, а с какого черта Великобритания, ну, по факту до сих пор имеет колонии во всем мире. Вот мы же официально уже не под колонией, но Австралия, Новая Зеландия, еще куча стран, королеве, левая страна. А как, почему это вдруг королева, как это, царица Геката,
принцесса Геката — это символ тьмы, на самом деле. Это статуя свободы в Америке. Если ты посмотришь, что такое Геката и статуя свободы, ты очень сильно удивишься, на самом деле, насколько большое сходство. И, то есть, чтобы как-то обосновать свои легитимные права на положение в нынешнем мире, и была придумана такая история. Потому что мы, по факту, дети, не помню, Иваны, не помнящие родства своего, кажется, так эта пословица называлась, мы дальше 3-4 колен не вспомним. Я в том числе тоже. Я реально не могу откопать родословную. Ну, нам как бы рассказывают, ну, война была, ну, там все сгорело, перегорело. Но мы реально не знаем. Вот если ты заморочишься и поспрашиваешь всех своих знакомых, кстати, друзья, напишите в комментариях, серьезно, если у кого есть, кто помнит старше 8-го колена. Вот это очень интересная информация. Очень интересная. Вот если кому-то передали знания, я уверен, что люди понимают, что мир был, ну, даже вот есть такие очаги, вот о чем я рассказываю, и в Европе, и в Германии, и в Америке. Люди пытаются копнуть, и там, например, в Америке была партия «Ничего не помню», «Ничего не знаю». Как вообще название, представляешь, такая говорит, ничего не помню, как будто у людей стерли память. Есть, конечно, и фантастические версии, как это делалось, там, через определенные там микроэлементы, которые влияют на мозг. Но я думаю, что просто-напросто детей оторвали от родителей, были особые там условия, скажем так, и произошло просто перевоспитание, перевзращивание вообще всего населения. И когда вот, например, представь себе, если наш мир сильно изменится, вот, например, возьмем какую-нибудь одну, не будем называть ее страну, она захватит весь мир, и чтобы люди не помнили, что у них там были там свои страны, свои родители, она перебьет там все взрослое население. А дети еще более-менее, ну как бы они же гибкая у них память, их начнут заново воспитывать. Это поколение все равно будет негодное. И вот уже детей, наших детей, их воспитают совершенно на другой истории. Им поделят, разделяй власть, это же тоже очень грамотная пословица. На самом деле так же проще управлять, когда есть маленькие фрагменты. Вот что с Советским Союзом сделали, что мы сейчас объединяем-то, пытаемся объединить-то украинцы. Боже мой, вы же наши парни-то, ё-моё, у меня папа с Украины, хорош там сражаться. Короче, суть в чем? Объединяй и властвуй, разъединяй и властвуй, разделяй и властвуй. И вот точно так же нас разделят на фрагменты. Ты, например, там вообще русский язык не знал, твои дети там. Ты там жил, не знаю, в какой-нибудь Японии, ты там потомственный японец. Я там жил в Антарктиде, там, в любой другой стране. Там, придумывают название, придумывают историю, и все. 2-3 поколения, и полностью память всего мира исчезла. Остались только камни. А вот камни, оказывается, очень схожи по всему миру. И строения старые. И, как это сказать, архитектурные особенности, и различные артефакты. И вот как раз камни сейчас и заговорили, когда люди с технической стороны стали подходить к этому вопросу. Не с точки зрения, я точно помню все даты и всех императоров Древнего Рима, а с точки зрения, блин, монолитный гранит. Как 6 тысяч лет назад они могли даже учесть перспективу вида, когда ты смотришь снизу вверх, и для тебя это ровная колонна, она не закругляется вот так. Какое отклонение могло быть, чтобы так сделать? Ну, какой там должен был станок быть, чтобы они еще отшлифовали это все настолько идеально ровно? То есть мы начинаем уже гадать, так, может быть, это геополимерный бетон? То есть у нас уже есть такие вопросы. У людей 50 лет назад, им было не до этого, у них только что война кончилась, у них первостепенные потребности не были закрыты, и у них не было таких знаний. А благодаря тому, что мы сейчас все-таки как-то, ну, поднимаемся и понимаем, ну, реально мы круто, мне кажется, в техническом плане поднялись, что как к чему. Мы начинаем задавать неудобные, странные вопросы, и современная история рушится. Кстати, тебе еще в копилку, тоже сам погугли, интересно будет, почему на шлемах и на оружиях, на доспехах наших древних воинов арабская вязь в Кремле, оружейная палата. С чего вдруг наши древние витязи, там, Александр Невский, стоял в шлеме с арабской вязью? Интересный момент. Тоже вот нам как бы рассказывают, это подарочный шлем, это вот подарили. Это считаешь, что Путин, я не знаю, с американским флагом станет такой, это подарочный флаг, но мне подарили. Это очень важный момент. Архитектура, почему Кремль московский, там, с, не знаю, итальянскими всякими замками похож, а? Почему везде есть некие бастионные образования в виде формы звезд? Почему в целом вот эти вот как бы колониальные архитектуры или полуантичный стиль, вот эти вот здания, как в Питере, они вот куда, в какой город России не поедешь, ты везде в центре городов найдешь очень похожие дома. Это все нам вкратце говорит о том, что реально было очень много общего между людьми прошлого мира. Возможно, это реально был целый единый мир. Но все очень сильно изменилось с тех пор. Но мы об этом никогда не узнаем. Да я думаю, когда-нибудь узнаем. На самом деле, мне кажется, мы в таком мире сейчас живем. Вот знаешь, я тебе немножко мистики закину. У нас же «Тайны жизни», у нас полумистический канал. Есть такое мнение, я его придерживаюсь, кстати, тоже оно мне нравится, что наша Вселенная, ну, условно, это такой вращающийся блинчик. Наш мир там, да? И вот то место, в котором она существует,
можно поделить условно на две территории. Территория тьмы и территория света. Ну, якобы это говорится как день сварога и ночь сварога. И вот в 2012 году, когда закончился календарь Майя, что это означало не конец света, а момент, ну, как бы переход из одного мира не в плане там энергетически что-то простроилось, а мы просто начали выходить из туманности. Вот если ты визуализируешь при помощи фильмов фантастики, как вот там планеты выходят аккуратно из туманности, вот мы просто начали выходить из пространства власти тьмы. Это не то, чтобы абсолютное зло, нет, мы просто считаем, что это другие законы, это другие правила, это вот как бы другая энергия совершенно. И переходим уже в то, что называется день сварога. Я, конечно, могу что-то где-то путать. Я уверен, что, скажем так, дотошные исследователи, ну, как бы, различных эзотерических течений меня могут поправить по датам и так далее. Но, в принципе, образно я передаю правильно суть. Так вот, нам повезло, что мы живем в это время перехода, когда как раз мы выходим из того времени, когда там на людей кидали гранаты, бомбы сыпались, когда там жизнь, не жизнь, да умер ты, кто об этом, ни медицина, ничего. В то время, когда вот мы сейчас с тобой сидим и начинаем говорить о таких вещах, о которых раньше бы за это посадили. Ну, если там советские время, например, взять, каких-нибудь попробуй там что-то там порассказывать, не соответствующее основной там редакции, там жесточайшей и так далее. Мы можем сидеть с тобой в Индонезии здесь, и привет, братан, в России холодно, мы тут круто отдыхаем, ну, как работаем на самом деле. И самое главное, мы можем делиться очень ценной информацией, которая по факту, если человек логически нас услышит, ему не нужно 30 лет провести в буддизме, в аскетах, в отречении, ему нужно просто включить мозг и попробовать. Ему даже верить в это не нужно. Если человек попробует на своем опыте, как я это сделал, сомнений не останется. А у тебя, кстати, есть какие-то бесплатные продукты, где можно вот познакомиться, попробовать? Я тебе оставлю... Описание какое-то. Да, да. Значит, у нас, во-первых, мы... Естественно, есть люди с разным достатком, и у нас, конечно же, платный продукт. Но мы для людей с, скажем так, ну, с определенной финансовой ситуацией сделали бесплатную ознакомительную версию, где вот все, что я тебе говорил, подробно расписано. Единственное, что отсутствует дозировка. Ну, то есть, грубо говоря, сколько вешать в граммах? Пал гекон. Там отсутствует. Почему? Потому что тут такой важный момент. Я объясняю всю логику процесса, то есть я рассказываю подробно, даю ссылки на статьи, на исследования ученых, медиков. Вот. Есть огромное уже количество фильмов на моем основном канале, я также дам ссылочку, и на новом канале, который я создал специально по здоровью, где я выкладываю весь этот материал бесплатно. Ну, то есть, например, берется фильм, и мы рассказываем, как в домашних условиях сделать реально классную живую воду. Вот то, что раньше называлось живая вода. Ну, там слышал наверняка pH, мягкость, пониженная ОВП. То есть, что это такое? Это не мистика, магия. Для этого это все можно вот соорудить у нас дома, и у тебя вода — это твой лучший друг и энергетик. Так вот, я это все дам ссылочки, это можно все посмотреть, ознакомиться. Но опять же, друзья, я рекомендую, то есть если вы имеете какой-то опыт в веганстве, в сыроедении, в очистительных практиках, вы при помощи этих материалов можете разобраться, и они дадут вам подсказку, куда действовать дальше. То есть вы можете взять ответственность, сравнить свои параметры, вычислить, что вам именно нужно. Но если вы прям с нуля, и у вас какие-то очень серьезные заболевания, не пожалейте воспользоваться платной версией. Поясню почему. У нас создано, это не просто, например, какой-то семинар, на который я вас приглашаю, где я там поумничаю. У нас создана целая программа внутри Telegram, на Telegram-платформе, которая каждый день, в зависимости от анкеты человека, то есть сначала человек там сдает определенные анализы, мы советуем, очень недорогие, дешевые, но самое главное, заполняет анкету. И по его параметрам, вес, рост, какие были хронические заболевания, где что может быть, какие осложнения, где надо аккуратничать, мы подстраиваем весь этот курс и каждый день даем только ту информацию, которая нужна на этот день и на следующий человеку, чтобы это не все свалилось вот как скопом. Ну, я прочитаю, я пойму все, что там написано. Если не подготовлен, он скажет, ё-моё, это надо сидеть разбираться. А там все просто будет дозировано, поэтапно, плюс помимо всех вот этих процедур очищения и так далее, мы даем образовательный курс, это 25 уроков, которые рассказывают, ну, как бы банальные вещи, но что, ну, как надо спать. Вот никогда не задумывался, почему у тебя вот эта часть называется спина. Спина, смотри, прям крутое, прям четкое упоминание, что, дружище, спи на этом, ну хотя бы засыпай. Вот, мы рассказываем про дыхание, мы про воду, про питание, чем что заменить, как себя вести, как заниматься спортом, там, позвоночник, не позвоночник, что такое паразитология, все это простыми словами обучаем. Ну и самый главный наш формат, это вот он называется VIP, пока лучшего названия не придумали, пускай пока будет VIP. Это та же самая программа, тот же бот, но с сопровождением. То есть у меня уже есть помощники, которые неоднократно прошли эту программу, провели своих родственников.
даже обучились, получили там определенные дипломы, диетологии, там, фунготерапии, натуропатии и так далее. И они мониторят человека. То есть, по факту, в Telegram-бот, когда ты идешь по программе, ты можешь написать: ребята, я вот тут не понял, что мне делать. Тебе дает ответ живой человек, и ты уже не запутаешься. То есть, вероятность того, что ты совершишь ошибку, минимальная. Тебя проведут за ручку от начала до конца, и ты точно получишь результат. Зачастую результат больше, чем человек ожидает, потому что, когда очищается тело, ну, оно очищается все. Это не одна система. Мы не только с печенью работаем, мы в целом чистим весь организм. Но иногда, если сложные проблемы, то необходимо пройти 1-2 курса. Есть и продолжение курса, но оно немножко по-другому выглядит. Об этом сейчас не буду рассказывать, это тоже займет время. Но, опять же, нету патовых ситуаций, ну, или, по крайней мере, их 0,1%. То есть, когда, ну, действительно можно сказать: извините, вот, ну, то есть, в основном все это можно распутать, и там не так все сложно. Там тело наше гениально своей простотой, если быть честным. И оно очень взаимосвязано. Нет такого, что вот как мы сейчас, официально медицина подходит к нашему организму, как будто мы машина. То есть, если у тебя поломался бензофильтр, тебя чинит бензофильтр, только отнимает один орган. А у нас, если у нас поломалась, например, печень, то значит, где-то что-то еще отработает неправильно. Печень сама по себе не может поломаться. То есть вся система нарушена. Мы очень сильно взаимосвязаны. Поэтому мы начинаем чинить тело все целиком, и все органы восстанавливаются сами. Ну, естественно, мы даем упор на на проблемный участок. Там, если почки, если есть там камни, если там гастриты, колиты, там, я не знаю, все что угодно. Но в целом это оздоравливается весь организм, и он оздоравливается самостоятельно. Это очень натуральный и природный способ сделать, без химии, без сложных процедур и без издевательств с организмом. Вот, так что да, если что, ссылочки я все оставлю. И тебя приглашаю тоже. Вдруг там твоим знакомым, класс, родственникам я понадобится. Я готов. Буду рад провести. Благодарю тебя за это интервью. Было очень интересно пообщаться. Спасибо.